Так, ну что, поехали, короче, ребят. Стрэндж Люцифер у нас первая игра. Переименую пока что стрим. Так, сейчас братку напишу, не знаю, готов ли он комментить вместе. Короче, Люцифер против... Так, сейчас наберу Паша. Алло, здорово, Паш. Серёг, здорово. Здорово, здорово. Как у тебя дела? Нормально, как у тебя там на ледере? Слушай, сегодня даже не проиграл пока никому. Хорош, хорош. 4 игры сыграл. Батлкрузер решает? Ну, слушай, двух там на 5к ММР зергов. Не то, что батлкрузерами, как бы. Я их строить начинаю, уже там пацаны по 30 карапторов строят, и просто потом торы с танками выбегают, и они, ну, они не могут отбиться в итоге. А один так вообще гидрой лес-лес. С 4 бас там на жилой станции он всю карту занял. Короче, так жестко ломился, что в итоге я ему 2 базы выбил, у него все, короче, ресурсы кончились. Хорош. Так вот, видишь, тебе, Серега, надо переходить на тиранов, то есть играть, все, возвращаться на турнирах там. Слушай, я уж подумаю, что тут слишком имба, или я, короче, слишком жесткий, или... А может, все вместе, как бы. Может, да, может, все вместе так. Вот, а ты как, тренировался последние дни? Так, да, немного поигрываю, тренируюсь здесь, некоторые вещи использую. Ну, сегодня, правда, сейчас 2 игры сыграл перед этим как-то не очень положительно. Но в целом по билдордам мне интересно, то есть тема, там все новое, что-то узнаю, поэтому настроение хорошее, то есть это, даже от таких поражений все равно интересно. Ну да, бывает, что даже когда проиграешь так, как бы не слишком осадок жесткий, знаешь, типа что. Да. То есть, если вот у меня обычно как происходит, если я где-то сильно накосячу и понимаю, что я натупил очень жестко, тогда мне как бы неприятно. Но если я более-менее нормально сыграл или что-то такое, просто чего не знал, не сделал, соответственно, тогда нормально. Вот. Ага, так. Потому что бывает, что, знаешь, понимаешь, что надо делать, но делаешь все не так, и ну, от этого меня иногда подгорает очень жестко. Так, ну у нас что здесь по игре? Как ты думаешь, кто фаворит вообще? Зерк? Так, а я кто? Я судья или нет? Я не знаю. Не, это вроде бы Magic. Да. Magic. Да, он здесь на месте. Просто. Все отлично, короче. Ну что, то по поводу группы, что надо сказать, ребят. Короче, группа D, заключительная группа групповой стадии, плей-офф 28-го уже будет 1-4, вот, играют Strange, Lucifer, Demaga и Friend здесь, вот, 2 зерка получается, просто тиран, ну, первым Strange, Lucifer бьются. Вот. Ну, фаворит, конечно, Strange. Фаворит, да, здесь очевиден вполне, это Strange, вот, но Lucifer, вот, даже не то, что там как-то сверх... Прошел там с первого места отборочную в отборочных. Я помню, в некоторых играх он меня прям удивил. Так на макро там играл и, ну, лучше, чем раньше я видел, как он играл, в общем-то. Ну, то есть, да, он сейчас очень-очень даже неплох. Вот. Но посмотрим. Я вот не видел, к сожалению, его ТВП. Не знаю, как он там именно так хорошо или нехорошо играет. Но в целом сейчас у меня по билдордеру вроде бы все нормально. Здесь Рипер еще запрыгивает на мейн, но нет. А Рипер ничего не разведал, к сожалению. И, соответственно, не угадал Люцифер направление. То есть он запрыгнул на натурал, а там как раз висел и Мавершипкор, и юниты у Стрэнджа. То есть
Ну, это вот везение, не везение, бывает такое. Так, Strange... Ой, точнее, Люцифер собирается делать дроп сначала, получается, минок, видимо. А может быть, чисто мариков, но у него сейчас... То есть вторая... У него первая минка закопалась с таким расчетом, чтобы поймать сталкера, если пойдет. Mm-hmm. Просветил мейн Стрэнджа, то есть увидел все, что делает Стрэндж. Да, абсолютно все здания. Вот, ну сталкера никуда не идет. Может, это как Ютермал в стиле. Сначала марики, первый медивак, потом три минки. Или вообще какой-то выход, что-то мариков. Не-не, тут получается, сейчас он уже минки будет брать. То есть, а не, берет одну минку только. Ну, в общем, просто здесь такой прикол, что обычно вот, ну, если вот как ты говоришь, Ютермал, он там обычно второй медивак строится, да, а здесь сразу да, пошел да, тэк-лаб. Странно, то есть... и зачем лабы, тоже непонятно пока немножечко. Мне я сейчас, думаю, это Рейвен. Рейвен, да, скорее, сейчас понравилось всем играть через Рейвена. Я смотрю, как бы и ваши игры там. Ты касс играете, посмотрели, ну, неплохо используется он. Всем привет, ребят, мы с Пашей тут комментируем вместе, поэтому многие, ну, мне пишите, как бы, не, ну, буду в паузе вам отвечать, или как-то, ну, так вот, потому что по-другому здесь никак, а вдвоем комментишь. Ну, всем привет, в общем. Да, ребят, всем привет. Здесь дроп на мейн идет, но Стрэндж готов к этому, вроде бы здесь все нормально. Но при этом у Стрэнджа еще нет третьей базы. То есть Стрэндж, получается, будет играть некоторое время с двух баз. А, это такой как шоу-тайм стиль, когда быстрые такие относительно технологии, попозже третий экспан. То есть это более сейфовый вариант развития. Ну да. Сначала блинк, ну блинк достаточно ранний, то есть по идее достаточно сейфовые вот всяких там, ну там, я не знаю, выходов каких-то тирановских. Потому что можно добавить гейтов там или в размен пойти, ну и... Постройка под био на более поздней стадии через колоссов. Еще есть достаточно ранней фаржой, на самом деле, процессы. Так не всегда так рано ее и строят. Угу, да. Сейчас почему-то, кстати, очень многие почему-то наоборот поздно вообще там ее ставят. Так. То есть у тирана, например, грейды 1-1 доделываются, а процессы часто начали ставить сразу две фаржи, и как раз грейды у тирана доделываются 1-1 и у процесса 1-1. Но когда у тирана 1-0, у процесса там еще даже фаржи не ставятся. Угу, угу. Даже, ну, это хорошо еще так. Я видел частенько в последнее время, что, ну, Тиран 2-2 раньше даже, чем Продус заказывает. То есть, ну, там, за счет бустов, там, ну, более-менее, как бы, уровень идут, а тирановские-то, ну, 2-2, они посильнее, чисто на землю, чем Продус, такие бесполезные, да. Естественно. Ну, Тиран, с другой стороны, если есть, например, колоссы, ему нужно викинги, то есть, там, гвардианы, нужно атаку делать в любом случае на воздух. Либо на землю, если там он что-то давно... Ну, хотя нет, с процессом на землю я что-то не припомню, делал ли кто-нибудь когда-нибудь атаку. Это ну, только если мехтер, но тогда, конечно, ну, да. Это, наверное. То там... Только если броню бывает, делают, знаешь, ну, да. Для минок. Там, типа, для таких... всех юнитов, да, типа да. Медиваки, минки, ведь броня и на воздух, и на землю да. Распространяется. Да. Вот. А тогда, то есть танки они, если танки тираны строишь, штук 5 даже бывает с процессом, то он идет в пуш в любом случае, и там как бы, ну, они не делают плюс один, там не в грейде суть, там не на позднюю стадию все это рассчитано, а на именно успех в одном выходе там каком-то. Так. Пуш идет от Люцифера? По лимиту, то у Люцифера неплохо все тут относительно, правда, гвардиан жил, этот Рейвен полетел, одну только турельку успел поставить. Танчики вообще вне боя сейчас. Ну сейчас колоссы главное подрезать. Успевает? Нет, не успевает. Не подрезал ничего, короче, Люцифер, что-то он... Ну вот это пример того, как не стоит делать тирану. То есть ты пришел, ты занял позицию, хладнокровно действуй, не ломись вперед, сломя голову, как сейчас Люцифер побежал био. То есть танки вообще вне боя были, получается. Да, там еще на мейне сейчас у тирана призма. Да, на мейне я показал уже одновременно, что я показал армию Люцифера. Получается, что ему надо мультитаск, как бы, чтобы да. Отбиться. И 20 КСМ их минус сейчас. То есть боевые лимиты пока еще сопоставимы, даже у тирана побольше немножечко. Но ему нужно именно сейчас просто желательно дэмэш носить. Если он отобьется, заработает третий Нексус на всю, как бы, пока он 5 рабочих все там добывает. Уже плохо будет Люциферу, конечно, тогда. Так, с адептами идет Стрэндж вперед. Марики на колоссах наламываются. Адепты врываются и сталкеры блинкиваются. И Стрэндж танки разбирает, а это ключевой юнит получается был. Да, здесь очень важно. Ну и позицию тяжело здесь занять с этим. Да, и Либератор не туда смотрел в итоге. Да. Ну, на опыте Стрэндж отбился. Даже я бы сказал бы, как-то Люцифер то ли перенервничал, то ли что, куда он там поломился своим био вот так вот, сломя голову. Я даже не понял, если честно.
Причем, ну, как бы, знаешь, если был бы размен вот чуть раньше, когда он поломился, это можно было понять, типа, да, там, как бы, типа, чтобы побыстрее разобрать. А там еще и Стрэндж-то призмой не прилетел, то есть можно было спокойненько сложить пару танков, там 4 было, 2 сзади, 2 вперед, передвинуть, ну, как бы, и подождать там. Но там, видишь, был такой момент, что когда Стрэндж шел, у него третья ЦЦшка же строилась, и туда высадили сначала адепты, и Стрэндж, Люцифер, точнее, сразу отменил ЦЦшку моментально, и, видимо, на нее, знаешь, это как подействовало, что все, просто уже Нексус стоит, а у Тирана еще даже не заказано, и вот поторопился. Ну, там, конечно, Рейвен немного вперед улетел, но не хватило контроля, в общем, Ну Стрэнджу, да. ой, точнее, Люциферу очень сильно, Да, но... Рейвен вперед тоже полетел. Ну да, там получается такой стек, как бы вот при таких лимитах зачастую, то есть там небольшое преимущество для тирана, но у него там очень хороший микс. То есть там и медиваков 4 штучки, там и танки есть, как бы 4, и Рейвен почти полная энергия у него была. То есть именно если нормально это все расконтролить, процы вот с таким, как у Стрэнджа, миксом и таким лимитом, они в хлам разваливаются, бывает. Да, ему тяжело, очень, очень тяжело там биться. Но Стрэндж еще грамотно сделал, то есть он начал встречать заранее Люцифера, что очень важно. То есть как раз-таки, если бы танки разложились, примерно уже простреливая проход между второй и третьей базой Протоса, то Протосу было бы сложно там вот выбить. А так, получается, танки разложились заранее, Тирану приходится складывать. То есть вот из-за этого пехота и выбежала даже немного вперед. То есть, ну, все-таки немного, ну, опыта, наверное, не хватило. Да, и хладнокровия, конечно, Люцифера, но сам билд такой довольно-таки сильный. Посмотрим, как в этот раз он что сделает. Я, правда, не понял, почему он во второй, точнее, в начале игры взял всего в дроп одну минку, а не две. Потому что там обычно как раз таки эти минки вылетают, чтобы похарасить, побольше поубивать. Потому что марики, конечно, это хорошее оружие, но они все-таки медленно атакуют. Тем более против Стрэнджа, который играет очень сейфово, то есть он не ставит какие-то быстрые халявные третьи командные центры. Вот, точнее, Нексус. Ну да. Обычно вот эти дропы, они как раз очень хорошо работают против тосов, которые там любят сразу там с одного гейта, например, отвилает роба, и сразу третий Нексус пошел. То есть, Ну, тогда это марики. тем более хотел тут ставить свое немножечко, что Стрэндж ведь, ну, понимает, что он как бы сильнее Люцифера. Он и не будет рисковать лишний раз, зачем ему это нужно. Да. Он же здесь фаворит, то есть он наоборот сейфово сыграет, он знает, что он может, вот как вот в этой собственной игре и было, но вот каких-то таких ошибках просто взять игру спокойно. Вот, Да, и... это опыт решает очень сильно. Так, ну Стрэндж-то вообще в принципе этой группы фаворит, как бы вот. То есть когда мы тогда сели, то есть мы как бы его и посели, как сейчас... Ну, как бы одного из самых сильных игроков на турнире. Другой вопрос, что Стрэндж, ну, он учится сейчас, и не всегда ему удается, как он мне, ну, я у него спрашивал, как бы. То есть у него не получается тренироваться, как ему именно хотелось бы. Да, он там играет, как бы, но чтобы идти вообще вперед, нужно больше, чем он сейчас играет, как бы. Играет, получается. Вот. Ну, как бы будут там перерывы, учеба тоже, это не работает. Все-таки там и каникулы есть, там и все дела. Вот, тем более первый курс, там надо немножечко понапрягаться, да, чтобы потом уже как дед, как бы там сидеть, подхалявить иногда где-то можно там, вот. И т.д. Как ты думаешь, кто-нибудь Стрэнджа, Дима, например, сможет Ну, я думаю, одолеть? Димага сможет, на самом деле. То есть, если... То, что вот сейчас у Димаги под вопросом, конечно, как он себя чувствует. То есть, тоже... А, он приболел уже, да, там Ну, он же, что-то? да. То есть, если в полностью, ну, то есть, в здравии, да, в полном, то я считаю, что был бы 50 на 50 между ними. Потому что Димага сейчас неплохо за ВП играет, хотя это не лучший его, конечно, матчап, но все равно. То Ну есть, да, не пар. и как раз не будет преимущества такого вот, как, например, у Стрэнджа над Люцифером. То есть вот такие небольшая нервозность, да, там чуть-чуть не хватило, где-то недоконтролил, то вот в этом плане у Димаги то опыта предостаточно. Причем, я думаю, даже у Димаги гораздо больше, чем у Стрэнджа, Ну да, поэтому... согласен, он нервничать-то он точно не будет, как бы это Да. факт. Вот. Ну, посмотрим, что будет пока что Да. этот матч. Для тех, кто, может быть, я не знаю, не помнит систему нашу, либо не смотрел предыдущие группы, мы решили немножечко так разнообразить, да и чтобы вам поинтереснее, побольше интересных матчей было смотреть, делали мы систему необычную, то есть как бы бо-3, два первых матча, лузера бо-3, а вот матчи, которые уже получают за выход из группы, идут бо-5. Винерский и Десайдер. Рипер на мейне здесь запрыгнул, чуть-чуть пробку подрежет.
Да, минус даже пробочка, две. Минус две. Блин, нормально там накидал, еще граначку кидает. Сейчас еще третью, может быть, подрежет. Ну, теоретически, да, но тут надо было Люцифер. Вот сейчас вот чего боялся-то, куда он? Вот видно, что хочет сконтролить, но тут-то ловушка все уже. Надо было рипером в последний путь его кликать, проба, и он бы, может, третьего забрал бы тогда. Вероятность высока была очень. Там у него на два выстрела, по-моему, рабочих осталось после второй гранатки. Да, там мало было. Ну и Стрэндж тоже молодец, контролил пробку, то есть да, отвел. Да, увел и мазеркором забрал. Сейчас интересный момент такой. Стрэндж почему-то побоялся ворваться, собственно, этими адептами. Так, ну тут минка есть. Но он видит минки, но он сейчас и грохнет эту минку. С удара он ее не может убить тремя адептами, поэтому... Ну просто смотри, по контролю, да. Ну, все-таки минка жахнула. Ну, смотри, кстати, интересно, то есть получается у адептов сколько? 4 рейнджа, у минки 5 рейндж. И то есть можно как бы... Да, можно входить в один этот рейнджа, залпы отступать назад. Да. Здорово, GS. Премчики, есть... да, можете, извини, Паш, перебью. Премчики можете разыгрывать, там, не знаю, как там с Юрой по порядку решить. Вот. Так что в этом плане микроконтроль против минки очень хорошо решает. То есть здесь вижу. Ох, двух адептов сейчас подрезает, да, здесь. Люцифер подрезает двух адептов. Ну, медивак очень демеджный, поэтому он опасается, что здесь пацанов забыли. Пацаны, все, там один. Одного минуснули больного. Один уходит на 15 хп. Говорит, заберите меня. Я с вами, пацаны, куда без меня? Нет, братан, сторожи, тут сейчас Нексус построить должны. Доложишь нам. Ну ладно, пацаны, постою. Даже с автомата постреляю. Так. Ну хорошо, этот Марик на самом деле правильно теперь остался. Тайминг идеально Нексуса спалил, получается. Если он захочет сделать выход, то он понимает, когда нужно выходить. То есть ему надо... Вот уже как стимпак щиты под этот... Ну понятно, что здесь пуша играется, он под эти грейды ключевые и делается, получается. Угу. Только вот мне непонятно, от чего Люцифер ставил такие туретки, то есть это от дропа, видимо, адептов на будущее. Возможно, может он просто, я не знаю, может он по дефолту решил перестраховаться, вдруг прокси, как бы, ну то есть... бывает такое, ну, я сам иногда даже, ну, ты раньше, ну, не знаю, как бывает, ты видишь вроде все, но там, как бы, есть ресурсы, ты по билду, допустим, ну, как бы, уже привык это делать и ставишь. Если, как бы, может, потренишься уже, знаешь, узнаешь, как игрок играет, и будешь уверен вообще, то есть билд построишь, там, чтобы раньше третью ставить или что-то, тогда уже не будешь этого делать, как бы. Здесь, видимо, Люцифер просто решил, типа, буду ставить и все. Вот, ну... Так, у Стрэнджа призма есть, получается. Опасный тайминг, глеф и плюс один. То есть, как бы, сейчас Люцифер будет выходить. Так, два зилка адепт у Стрэнджа. Просто вот именно если Люцифер красвует под эти грейды и Стрэндж летит, это сразу минус вся экономика Люциферу практически будет. У него не останется здесь юнитов на мэнии. И ему придется тоже в последний путь идти, получается, как бы. Да, блин. И опять будет контроль в двух местах. Да, блин, ну по лимиту, да, смотри, как прям вот хорошо смотрится Люцифера. Вот стандартно, то есть как бы как и в принципе на самом высоком уровне вот при таких пушах там зачастую какой-нибудь инновейшн выходит, на 20 лимита у него было только что больше боевого. Вот, да, сейчас хорош. Уже, конечно, другая ситуация. Здорово, Кустики, здорово всем, ребят. С Пашей. Танки разложили сейчас. Да, раз вот это в этот раз танки получше раскладывают, заходят марики. Мародеры, все танки, вот сейчас вот Люциферу не хватает немножко контроля, тут адепты зашли, один на второй, один на мэйне отбился, нету давар, какой-то хороший адепт прошел, ну танчик хорошо здесь, танчик танкует, вот. Ну адепт на натурале, конечно, нарезает неприятно, да, но при этом Стрэндж входит, Люцифер продвигается к натуралу уже. Да, и танки туда двинул, адепт один всего, но он нормально там бомбит, в общем-то, здесь Люцифер кривоват стал, хорошо хоть био вывел. У него не хватает этих, два либератора висят там, он на золоте. Да, не подлетает, и назад он их куда-то повел, куда же ты их повел, черт побери. Так, ну тем не менее, вот если сейчас Люцифер разложит либераторов тут на второй базе, будет вообще все замечательно. Зачем они вообще улетели? Блин, он через F2 полетел. Да, похоже, он просто там не законтролил, через F2 улетел туда, домой, либо какой-то группы они там выделены были, не знаю. Здесь часть био отдается, танчик один остался, колоссы, две штуки живые. Ну, кстати, как дефенс дрон сейчас здесь еще подрешал, нифигово так, он там демон же сдержал, ой-ой-ой, сколько. Нужно выводить все вперед,
120 ступ, рабам 37-37, опять же 20 лимит плюс БУ, то есть Либератор, здесь гигантский прирост идет, если Люцифер все это вместе соберет сейчас. Стрэнд... Сильно будет, очень сильно. Быть, ну, конечно, от контроля да. будет зависеть, но в целом преимущество Люцифера есть. Согласен. Ну, кстати, Люцифер еще грамотно, да, такое направление выбирает через камни, то есть тут, по сути дела, он защищен камнями, сейчас прирост подойдет, и Стрэндж ничего вообще сделать не может. И колосса демеджа на это. Подчеркивание активировал премиум на ваш канал. За минбазами, хотя не знаю. Так, что-то Люцифер тут. Так, будет Стрэндж вообще принимать бой, или он хочет, да, действительно в размен какой-то пойти? Таймварк пошел от Стрэнджа. Ну, вот это Люцифера таймварк уворачивается. Главное, чтобы тут Люцифер сейчас слишком долго здесь время не тянул. Ему нужно как бы идти вперед и нормально драться. Так, вот он идет вперед и нормально дерется сейчас. Хорошая позиция. Позиция хорошая, либераторы в тему, и танки тут все нормально. И Вилл хорошо за... Блин, нормально дерется Люцифер здесь. Главное, вот сейчас еще чуть поближе к либераторам передвинуть, так вообще все замечательно было бы у него. И опять же дефенс-дрон подрешал. Так, ну вот танки, наверное, не нужно вот одновременно два компонента сразу вот так вот рассиживать, пересиживать. Я думаю, это не очень нужно Люциферу. Вот сейчас либераторы ближе, да, прилетели. Так, то танки, то либераторы, что-то то одно, то другое. Вот, а, вот один танчик ближе пошел. Био бежит на амулю, но по лимиту 145 на 100 там. 90 даже было, 40 лимит плюс Люцифер. Да, это похоже 1-1. Очень к этому близко. Я уже не вижу, каким образом здесь вообще... Ну Стрэндж да, тут очень жесткие какие-то ошибки должны, видимо, быть, чтобы Стрэндж затащил. Пошли адепты внутрь, Стрэндж сталкерами блинкивают, теряет все. Люцифер уже видит, что слишком мало. И да, пошел. Уже заходит. По красоте. ЗГ, даже вот и несмотря на косяки в свою, сейчас тоже группа сзади доставила, да, там Биу что-то не шла вперед. Не хватает ему опыта, видно, ну, да. что не хватает опыта, но тут, в целом неплохо, очень даже неплохо. Тут даже может в данной ситуации, ну и опыта тоже, ну опыта, я бы сказал, контроля что ли, то есть механики немножечко не вытягивают Люцифер, то есть видно такие ошибки, но в этот раз как бы самая главная позицию нормальную занял и принял хорошо, короче, бой и все замечательно было. Да, отлично, отлично получилось. Так, что-то не понял, кто-то не принял. Кто-то, ага. Да случайно, наверное, назад жмешь. Хорош. 1-1. Ну что у нас сейчас здесь? Интрига. Так, а, кстати, да, я забыл счет выставить. Ну, профессиональный стример, ребят, не обращайте внимания. Ну, сейчас счет 1-1, так что... Так. Ну, это интересно, потому что я думал, что, конечно... Стрэндж победит, может быть, сопротивлением от Люцифера, но все-таки, то есть, скорее всего, со счетом 2-0. А тут такие дела, причем как-то так вот очень-очень даже хорошо и уверенно сыграл Люцифер. По красоте, по красоте. Так, отвлекся, ребят, на секунду. А у тебя, Серег, какие планы на 31-е, там, на 30-е? Ну, 30-го числа будет, понятно, ГГ года. 30-го ГГ года? Я видел, что там, кстати, не знаю, я скидывал вам там какой-то турик еще, там люди делают, 31-го финала у него, не знаю, там, легенды. А, который нет. будет 5 дней идти на GoodGame? Ну, там, да, как-то что-то группы тоже, да, но там как-то пока смешной призовой, но если постримить всем, я думаю, как бы он увеличится, не знаю, просто там вроде Каз зарегился, там пацаны какие-то зарегились еще. Да. Так-то ничего нет. Ну, вот я думаю, так постримить. Ты предлагаешь какую-то про другую игру какую-то заморочиться в эти. Да, да, да. То есть поиграть как раз, попробовать там. Так, я, правда, идеи, так, идеи есть. А, ну. Ну там мне покидали много игр, говорят, очень интересно, как раз таки там, вот, знаешь, такой тимплей, там вчетвером, например, проходить. Ну, тут несомненно, будет. Что такие игры есть, это как бы по-любому. Вот. Я планирую вот такую тему, эту всю как бы на, ну, вот, на это не. Ну, праздниках, короче, как-то в январе уже, думаю, вот, заморочиться. А, может...
После Нового года. Да, да, ну то есть там вот эти первые числа, там, я думаю, не дико много, хотя там уже и этот, и GSL там начинается, и много чего, ну, происходит. National Wars, ну да-да-да. Ну там все равно дни-то свободные будут, и как бы будут, ну, там можно GSL, он там, например, днем идет, днем, потом вот вечером поиграть, например, тоже. Вот. Да, да. То есть я за. Посмотрим, ладно. Просто так. Я не знаю, как вот это все дни я так планирую плотненько стримить, как бы. Хотя то есть вот... все новогодние тоже вообще плотно будешь стримить? Не-не, в смысле до Нового года все. А, дни, все, бы. Окей. Вот, просто вот, например, вот тоже я такой, а завтра, смотри, как бы завтра вот этот Африка Старлига по первому Старкрафту, и все, как бы ничего нету в час дня. То есть, например, завтра можно что-нибудь хотя бы выбрать, да, там заморочиться, там, я не знаю, посмотреть, попробовать, да, что-нибудь сделать. Я за. Кстати, надо бы... Ну, в общем, надо бы тогда Димаге написать и еще, может быть, кого-то четвертого к нам присоединить, да, может быть, да. Собраться вместе, там, установить какую-нибудь игрушку и уже попробовать даже, знаешь, такое... Чисто вот как первое наше впечатление, как мы все это заходим. Ну, такой чисто фановый стрим, там, хотя бы даже на час, если сделать. Вот просто, например, как мы знакомимся с игрой, как мы туда там вообще все это первый раз видим. Тем более, у нас же мне постоянно же там говорят, что я только вот в одну игру играю. Как будет выглядеть то, что я буду играть в другую игру. Ну да, не, ну будет удивление, там писать люди будут, но просто надо. А потом наоборот, знаешь, большинство будет. Ну да. Не, ну я считаю, знаешь, блин, чертова вторая. Да, бывает, реклама идет, как бы, а потом вторая, ну, ее нет, а звук есть, как бы. И да. Там такой громкий прямо адский был, он все, что... Вот. Этот, что я хотел сказать. Гадей. Про игру, может быть? Да, про игру, да. То есть, если другую игру, если это, например, там какая-то игра, где задрачивать надо, там, я не знаю, это не понятно. А так-то, если на прохождение, почему нет на расслабоне, как бы, я считаю, да, там, что-нибудь попроходить именно, да, там. Да-да-да, только я, так, конечно, потому что задрачивать, ну, нафиг. Ну, да, ну, то есть, не какие-нибудь там Hearthstone, ну, Дотаны, там, я не знаю, что-нибудь, а просто как именно раз прошел и все, как бы, короче. Ну, да. То есть как казуалы, просто немного поиграть и все, расслабиться. Так, ага, изменили правила на мелком турнире, только дабла и сетка будет. Все понял, что. А когда он будет вообще? Слушай, а тут уже есть какая-то сетка, Юра вот скидывает, там регистрация окончена или нет, короче, я не знаю. Потому что, а что там, как зарегистрироваться? Там, подожди, призовой фонд какой-то есть или там что? Там был, я говорю, 500 с чем-то рублей. Просто если стримить, то, может, увеличилось бы что-то. Не, вот я все-таки вижу только, как бы, контрола, аверса. Тут неизвестный мастер Вася, неизвестные мне никнеймы. Ну, посмотрим, короче говоря, вот, что там будет. Может, разрастется? Да, да, может, разрастется. Просто 31-го ничего нет. Я, как бы, много стримить не планирую, если там... адекватное время поставят, они, например, как бы там, ну, чтоб не там... Не в 11, ой. Да? Так, короче. Так, это я косячу, короче, нажал паузу случайно. Парни, в панику, там, что такое, что происходит? Я просто это в меню залез и паузу тыкнул. Бывает. Вот судья, что тут говорить, поставлен. Вот. 31-го все равно ничего нет, да, то есть можно просто. Ну можно как-нибудь там будет что-нибудь покатать, я не знаю, по приколу, да. В принципе, такое для фана 31 число. Самое лучшее, мне самое, кажется. Самое, да, такое. Как раз всех поздравим с наступающим и потом, ну, уже и Новый год вечером. Так, завтра куда? Да, я помню, Юр, что завтра куда. Кстати, да, Паш, завтра куда, например, будет. А во сколько будет? Вот это хороший вопрос. Я вот сегодня, ребята, я как раз хотел спросить у чатика, по-любому у экспертов у нас много умельцев, которые все шарят там. Во сколько завтра куда начинается вопрос? Дочь 2R активировал вот, премиум на ваш канал. Ну, хотя бы время, да, сказать. Потому что я прочитал на Ликвипедии, например, что это офлайн турнир, то есть это LAN у них отборочный, как бы. В каком-то там, то ли клубе, то ли город, там, я не знаю, написан был. Вот. Но если LAN, получается, наверное, они с утра как бы LAN-то начинают, корейцы.
Ну, основные стадии, наверное, уже будут как бы проходны, ну, там, к адекватному времени. Просто если они с утра будут начинать, то есть это 19.00 по корейскому, это 12 по нашему. То есть если это, короче, раннее очень утро будет, по ходу дела у них начало. Вот, ну, не знаю, ребят, посмотрим. Как бы, если вы время узнаете, вот... Если вы узнаете, скажете точно, то можно будет хотя бы запланировать. Конечно, в 6 утра, там в 5 я не буду начинать, но часам в 9 смогу, например, прийти, наверное. Как бы. Вот. Да, в 6 часов это будет очень круто. Но кода А, там сетка уже есть, да, на Ликвипедии? То есть кто с кем играет? Не, на Ликвипедии или... там сетка вот поздних стадий, как бы, она позже вылезет, как бы, а... Угу. Ну... Какая-то, ну, может, есть там где-то в отдельном ресурсе, скорее, да, там какая-то вот сетка, я не знаю, я так и не смотрел подробно. В общем, разберемся с этим моментом. Давайте по игре маленечко. Что тут происходит у нас? Что-то уже 4-5 минут пошла. Так, потери Рипер у Тирана. Есть медивак, то есть 6 мариков Минка заходит с одной стороны, с другой стороны 4 марика Минка летит медивак тут. Решил мультитаскера врубить у нас, смотрю, как бы, Люцифер жесткого. Но у Стрэнджа по всем направлениям, как бы, есть юниты. Вот здесь Минка не успела даже вкопаться, а вокруг Минки можно было встроить контроль, да, мариками, получается. Так, здесь на мэне Минка копается. Она даже не доставала до минеральной линии, Стрэндж вывел пробку. Вот. 2 на 2 или 3 на 3, 31-го покатать. Да посмотрим, что там будет. Мы можем 3 на 3 покатать, как бы, там... Только не в StarCraft, например. Или 4 там против всех. Да. Стрэндж вообще повторяет свой билд, хотя, подожди, у него нет сейчас твилайта, то есть он решил без твилайта играть просто через быстрый робо, но при этом раньше командный центр. Да. Нексус пораньше, то есть... Ну вот, кстати, мне кажется, что вот это получается один из самых сейфовых таких вариантов. Фаржа ранее, то есть можно при желании фотоночку, фотоночке, да, там впилить. Есть мазерфор на мэне, допустим, обороняет. И, ну, в лоб ты по-любому у тирана там, как бы, ну, вот одной армии гонишь. Но отсутствие твайлайта, опасность развода, получается, идет. Ведь здесь третий дальний мэй, то есть желательно армию на две части делить. Но в целом пока сейчас Стрэндж домики неплохо. У него призм залетает, пробка парит захода на третью базу. Здесь, правда, Марик проходит. Пробка замечает это, уезжает. Но призма летит на мейн. Вот призма на мейн, к Люциферу. То есть, получается, опять перед выходом Люцифера висит опс. Что кто-то идет, сразу даст сигнал призме, и призма, соответственно, рванет вперед. Конечно, это без глефов, без грейда на атаку, не так опасно, но все равно это довольно-таки мощно, потому что армия вся тирана уходит. Ну, посмотрим, как вообще это все получится. Но опять очень мощный пуш, конечно, хотя сейчас уже все-таки, наверное, немного послабее идет у Люцифера. Мне даже кажется, что Люцифер, знаешь, он вышел в центр специально, чтобы, ну, типа, может быть, посмотреть, то есть держать позицию, чтобы если какие-то сталкеры будут с блинком, чтобы его как в прошлой игре не напрягали, но залетает призма. Ну, призма-то это плохо. Ну, хорошо, что на 15 секунд раньше плюс один залетел Стрэндж. Ну и так уже 9 КСМ уничтожено, автотурельку ставят. Ух, здесь 2 танка всего на второй базе. Плюс один нету, 3 секунды до плюс один. Сейчас было плюс один, здесь бы столько рабочих полегло бы на окружении, да, на этом просто. Да, жесть. Ну, в целом сейчас не очень неплохо отбивается. Ну, конечно, 13 КСМ это обидно, 13, неприятно. Да. Но вот не сбил эту. Не сбил призму. Вот сейчас 2 либератора бы полететь бы ими, конечно, сбить, попробовать. Ну да, догнать хотя бы. Или отогнать сейчас, хотя бы. А то. Сейчас... Там призма-то вообще еле живая. 18 да, хп. Да. Сейчас тим щиты, но получается, так как у Люцифера опять с двух баз тема. То есть у Стрэнджа экономика намного лучше, там глефы будут сейчас, колоссы уже с Стрэнджом получается, плюс один есть и... Так, вот единственное, чтобы вот в этом пуше, да, вот я сейчас только у тирана заметил, как-то без инженерки-то, ну вот, без плюс один-то не смотрится он, да, так хорошо прям. Ну, слабее, да, уже. Ох, сейчас в центре встречает здесь Люцифера. Встречает Стрэндж. Люцифер тут долго кто-то разворачивается, долго биться собирается, на халяву Стрэндж ему там на... Убивал юнитов. Вот сейчас вот очень долго, очень далеко, точнее, он как бы, получается, рассижился. Заметил призму. Минус призма. Призма, да, будет. Ну, тут что-то стеночки не... О, да, печаль, стеночки нет.
очень много адептов приходит. Эти здания моментально упадут. Сейчас депочку страничку забирает. Био хорошая. Да, неприятно, конечно. Здесь сейчас еще Стрэндж встречает Люцифера. Хотя Люцифер заметил, разложил. Да, разложился. Разложил, надо либераторов раскладывать танчиками колоссов фокусов. Да, фокусы колоссов даже смотрел. Стрэндж, Люцифер. Смотри-ка, 99-82 в его пользу по лимиту сейчас. Ничего себе. Единственная экономика печальная 25-50. Любое неловкое движение, я бы так сказал. И это будет минус Люцифер. Но если он будет ловким, умелым... Вот, так, когда джунгли зовут, тогда может все и получиться. Но большая часть лимита боевого получается, ну, дома, то есть надо ждать. На затекание, да. Но Стрэндж сейчас не видит, где находится Люцифер. Люцифер здесь занимает позицию уже около натурала. И с танками, да, там. 4 либератора, танка. Только 4, надо быстрее раскладывать все сюда. 4 либератора, да, дофига вообще. Ох, раскладываются либераторы. Так, симпатичный Люцифер, био очень-очень мало. Стрэндж идет уже с КСМ вперед. Ну, сталкеров-то нет вообще. Ой-ой-ой, как все. Пехоты надо пристепачиться, там затекание, там. Пехота не стимится, но это похоже на 2-1 Люцифер, если честно, ребят. Ну, очень-очень на это похоже. Здесь позиция очень шикарная у Люцифера. И колосс-то еле живой там вообще остался. У них хп-то практически нет. И все. ГГ. Вот это да. А я на Китбатик сегодня писал, пацан, спрашивали, там как ставочки. Вы будете делать на группу? Да не, говорит, там на Стрэндж Димагу сделаем, а остальные что-то там навряд ли победят кого-то. Ой, да. Не понял. Тут уже Стрэндж Димага сделано. Вот они дают. Что-то это перебор, ребят. Сейчас отпишу. Приколисты, приколисты вообще. Ремс, привет. Ребят, всем привет. Ну, как-то вообще Люцифер тут удивил. Ну, это интригу дополнительно создает. Стрэндж со второго места может выйти, получается, как бы. Вот. Кстати, решался вопрос. Решался вопрос, как мы там по группам будем. Решили рандомить, получается, мы как бы... Группы, какие на какие попадутся. Вот. Мне кажется, это нормально. Только главное, чтобы не получалось так, что в одной группе, знаешь, попадаются из одной группы. Точнее, в одной части сетки из одной группы. То есть, а так, мне кажется, сейчас, ну, вообще это нормально будет, если все, ну, как-то рандомно раскидать и пускай как будет. Мне бы, конечно, было хорошо, если бы попался либо Гуру. Потому что если здесь, например, Димага займет первое место, то я бы не хотел, конечно, с Димагой играть. Но в целом, я думаю, рандом нормально будет. Так. Ну, короче, сейчас-то в паузе. Надо будет, я просто запилю. Наверное, сейчас пацаны мне подтвердят, как бы там. Вот, я запилю просто там 4 бумажки, как бы, и... И вытащу в конце стрима, да, там, А, Б, С, Д, как бы, допустим. Угу. Тащу одну... Тащу вторую, и потом как бы, ну, то есть третья, это которая на первую попадется, соответственно, четвертая на вторую. Потому что если потащить первая и вторая, на которую попадется, то уже две там тащить не нужно будет оставшихся. Так, можешь вправду, может, тогда просто первую, вторую вытащить и все? Ну, то есть, а третья... Можно и так, как бы, да. Ну, я думал, хотя тоже, как бы... Ну, просто, знаешь, чтобы не слишком мудрено было там... Ну, да. Так, не, просто так на... так интрига будет сохраняться до третьей бумажки, если ну две да. вытащить. Ну, да, дольше, согласен. Короче, пацаны, отсматриваю окрестности в поисках бумаги. Сейчас что-нибудь придумаю, где-то было что-то. Так, ну что, у нас ЗВЗ, Димага против Френда, карта чаще, счет 0-0. Первый матч у нас был сюрприз, Люцифер победил со счетом 2-1 Стрэнджа. И сейчас посмотрим, как здесь будет борьба происходить в ЗВЗ. Ага, смотрите-ка, прикол. О, они оба. Что там делается? Оба не заказывают вообще дронов. Ага. Да, это интересно. Пулы первые у обоих, но
Да, и с газом, кстати говоря, что самое интересное. То есть у Димаги немного раньше газ, но у Френа немного раньше по. То есть такие... Это, наверное, чист какой-то? Может быть, это сейф билдордер в ЗВЗ? В нынешней мете. Сейчас, да, посмотрим. Но вообще, да, здесь получается широкая рампа на натурале, поэтому тяжело перекрыться зданиями. И хотя тут вообще, ну, в общем, сейчас увидим, как вообще будет все происходить. Будут ли Беллинг-Несты? Ну, скорее всего, будет скорость Ингрид. И вообще Беллинг-Нест, наверное, тоже было бы хорошей идеей. Но у Димаги будет раньше скорость Лингом. Вот, это, мне кажется, наверное, преимущество все-таки. Да, у Димаги уже скорость заказана. И Димага не снимает рабочих с газа. То есть он будет вкладываться именно в Беллингов. И Френ тоже не снимает. Ну, в общем, у них похожи очень сильно билды. Но вот за счет скорости, получается, Димага может поймать Лингов Френда. Ну, 7 секунд, да, у него будет. Ну, на совсем навряд ли что-то будет. Как бы. Ну, хотя, да, там, конечно, это так маловероятно, но Димаги уже пошел по Линкнест. А Френд оббегает лингами Оверлорда. То есть они сейчас оба... Ну, Димага бежит более нагло, поэтому он уже подбегает к натуралу оппонента. Но Френд сейчас увидит этих лингов, поэтому не знаю, что он будет делать, возвращаться или нет. Ага, он отходит домой. Ну, Димаги по Линкнест раньше это делается. Так что тут такой момент очень опасный. Королев нет. А, вот у Димаги делается королева, у Френда нет королевы. Да. Ну, надо санки, наверное, тогда ставить. То есть как-то по билду Димага, получается, выиграл очень сильно, учитывая, что королева, да, как бы у него еще есть. Ну, в этом плане преимущество, да. Хотя вот у Димаги, видишь, дома у него нет лингов, не хватает. Нет лингов. 2 Бэйна может сейчас второго успеет Френд отменить, интересно. А дронов через мировок было через Бэйна вот этого просунуть, там, может быть, что-то получилось. Ну, кстати, да, возможно. Но Френд здесь тоже же делает беллингов у Димаги. И Френд как-то гонит Димагу. Димага отступает. А здесь 4 беллинга. Ой-ой-ой-ой-ой. Димага сейчас может и здесь как бы опасная очень ситуация. Как-то, ну, лингов больше у Димаги. Все от контроля будет зависеть реально, получается. У Димаги тоже здесь 2 беллинга. 2 беллинга. Будет Димага. Ему выгодно было бы 2-2 разменяться. Хотя вот сейчас уже у Френда и лингов больше. Так, взрывается здесь все. Короче... Как-то понятно. На 2 дрона у Димаги больше Беллинги морфится. То есть у него есть королева, у него есть инъекции. То есть на перспективе у Френда все не очень будет, если он не продает. Угу. Да, и здесь на мейн кэше. Ох! Беллинг сразу. Да, жестко срывает Димага Беллинга Френда. Ну, в общем, посмотрим, как... ну, мне кажется, что уже Френд не продавит. То есть Димага... Ну да, тут как-то лимиты равные. ХГ, королева, как бы... Рабочих Димага да заказал. Френд решил, что надо и до конца. Тут с другой стороны, да, как бы, закажи дронов просто Френд, как бы. 6 уже расставание серьезно, но если бы он столько лингов не строил, в принципе-то нормально все было бы. Ну, так, да, то есть можно было бы. Хотя сейчас получается, если он, может быть, каким-то чудом там грохнет этих беллингов, хотя я это, конечно, сомневаюсь, там уже 2 королевы. Вот, один беллинг взорвался. Но Димага там на мэне что-то куролесил. То есть Френд, если по чуть-чуть заставляет Димагу новых беллингов заказывать. Но все равно, в целом, конечно, у Димаги сейчас, да, очень хорошая ситуация. Да, на 10 лимита, как-то его больше. Френд чуть раньше хатку запилил, получается, чем Димага. Ну, у них, видишь, у них сейчас мейн-то там у Френда не работает полностью еще. Да, вот сейчас с 3 бейнами можно, например, хату попытаться было взорвать, но тогда чем взрывать собак будет Френду? А. Нечем. Пытается отогнать Димагу сейчас, ну, хочет овера защитить своего Френда, но тут уже тяжеловато. А, ну вот ушел овер, смотрите-ка, Френд добился своей цели. Ну, 4 раба, по рабам 4, ладно, это как бы... Хотя Димага что-то больше каждый раз заказывает в итоге. Ну, типа личинки у него раньше, получается, были, и вот уже на 11 больше рабочих. Сейчас на 8. И Димага бежит вперед, а Френд отступает. Но 2 беллинга, ой-ой-ой, 2 беллинга, 1 беллинг погибает. Что-то не прикрывает, да, Френд своих беллингов на отступлении просто. Делает роуч ворон Френд сейчас. То есть он, получается, уходит в защиту, а Димага пошел в технологии, быстрый лейер, похоже на муту. И, соответственно, здесь на натурале, конечно, у Френда небольшое забегание.
Да, вот сейчас Зима мог линг, этим беллингом до рабов добежать, но взорвался что-то в лингах в итоге. Ну да. В одного странно. Причем там. Так, 4 роуч у Френда. Димаг тоже роуч ворон ставит, понимает. А, вот он роуч ворон кусал собаку. Собака разведала сейчас получается. Две санки ставит Димага в защиту. Но Френд не знает, что там уже лэр практически готов. То есть очень ранний. А у Френда даже еще не заказан. То есть он, получается, продолжает пуш, только теперь уже с роучами, но две санки. Димага сейчас может еще, наверное, каких-то санки заказать, потому что по рабам у него вообще все шикарно. То есть у него получается в полтора раза лучше экономика, чем у оппонента. Хотя у них, кстати, лимиты-то равные, но две санки, две королевы. Почему королев там у одной есть уже трансфьюз. Ну, в общем, у Френда сейчас должна атака просто либо проходить, либо ГГ. Все, здесь потом без вариантов уже будет. Но Димаги выходит еще и его роучи. Ой, ну. Ладно, пошла атака от Френда. Да, ну тут как бы две плеточки. Ну, кстати, беллинги дэмэдж максимально эффективно, по-моему, нанесли. Но все, что-то не хватает здесь немножечко Френда, юнитов и... Совсем чуть-чуть, кстати. Так, очень близко. Два роуча там вообще краснищи, но королевы не щадят. Ну, в общем, сейчас будет, скорее всего, мута заказано. Но вообще Димага сейчас еще подзаказывает юнитов по земле. Ну, я не знаю, как Френд вообще собирается давить, как он продавит. Вообще-то, конечно, если может еще беллинги как-то хорошо зайдут. Но точка сейчас уже очень не... много роучей. Димаги, тем более, Димаги сейчас делает два беллинга. Пошел Байл, неплохой. Да. Два беллинга сейчас доделываются, и все, лингами уже не повоюешь здесь. Лингами, да тут роучи слишком много сзади королевы. Там такая пачка рейнджового дэмэджа стала такая. Просто ну и... да. Еще не сделать было. Джиджи. Один ноль Димага. Тут пока без сюрпризов. Ну, потому что все-таки, я думаю, Димага фаворит Френда. Хотя Френд в последнее время так он светился, как бы, вроде неплох. Вот. Ну, все равно, да, скорее всего, Димага фаворит. Ну, да, но Димаге повезло, потому что я помню, что Стрэндж выигрывал Димагу как-то недавно. То есть Димага может... первого места выйти. Ну, прямо, короче говоря, удивил сейчас очень сильно, да, этого Люцифер, да, я уже видел, что он и в ТВЗ неплохо достаточно отыгрывал. То есть он может еще и Димагу удивить. Да, может и Димагу теоретически удивить он. Будут ли оба игрока сейчас вот тоже делать такой же билд-ордер и на этой карте? Нет, все-таки заказывают здесь уже рабочих. Видимо, это под карту там билд у обоих игроков был. Здесь уже будет в макро играть. Так, счет 1-0, до трех побед, до двух побед, было 3. Следующие матчи уже, все уже матчи следующие будут, получается, было 5, правильно? Или еще у Зера было 2? Серег. В лузерах первый матч БО-3 играется? БО-3, БО-3, да. Только два матча решающих у нас. Ага. БО-5. Десайдер, Венера. Так, ну вот у нас уже пошли различия. Димага ставит хату быструю. Френд ставит газпул. Ну, на этой карте здесь, если что, можно потом стенку ставить вот на второй рампе. Но если будет агрессия от Френда какая-то, то есть там может быть какой-то беллинг баст, хотя беллинг баста вряд ли. То есть получается просто Френд играет более сейфово, но Димаги получается лучше экономика. Но при этом у Френда будет возможность своими лингами разведать. То есть забежать на мейн к оппоненту и знать, во что будет играть Димага.
Пока барабан все очень близко. Да. Почему-то пока нет скорости френда. А, у него минералов не хватает. Вот, пошла скорость. Только окей. Скорость, да, пошла. Ну, в принципе, по экономике можно не отстать с этим пулом первым. Ну, желательно, чтобы линги-то хоть как-то, ну, хотя бы заставили дозаказать лингов побольше димагу, да, как бы, то есть получает димаги уже на 3 дрона больше. Угу. Вот. Димаги будет позже. О, кстати, Беринг Нест, Беринг Баст будет с двух хат от френда. Ну, димага сейчас может тоже Беринг Нест поставить, такой оборонительный. Так, на натурал здесь забегают 4 линга, но у Димаги уже есть свои 4 линга, выбегают еще с мейна 2, и... Хотя френд догоняет вроде бы одного дрона, хотя... Нет, Димага спасает его в спорку, по красоте вообще. Расконтролил, и 2 линга погибают у френда на мейне, хотя нет, один еще выживает, там бегает. Но у Димаги нет Беринг Неста. Но вообще вот эти 4 линга, они очень важны для того, чтобы из них заморфить сразу берингов рядом с базой оппонента. Да. Вот, и в этом плане, конечно, сейчас это френда... Это очень важный момент. Ну, френд заказ... У него очень много лингов и бегает. Димага делает, конечно, стенку из роуч варена и эволюшенов. Да, но это не факт, что поможет. Два линга тем более убежали, надо их морфить сразу же. Димага возвращается, надо прикрыть лингов сейчас Димага. На халяву Бэйна отменит этот френд. Да, успел, молодец, прикрыл. Блин, ну хватит ли здесь дэмэджа, чтобы прогрызть вот так? То есть тут надо, чтобы Беллинги здания эти взорвали, получается. Да, так, Димага сзади еще стоит здание одно. Надо заходить Бэйнами, не париться. Вообще на эволюшн вот этот первый взрывать и королев пытаться убить. Ну да, чё-то. Во, пошел. Так, френд взрывает дальний эволюшн. Ну второй вот этот не надо было взрывать, потому что вылезли сейчас эти... Брудлинги. Брудлинги, да, и они... Ой, и тут плетка доделась, Беллингов минусует. Еще она так, получается, между зданиями находится, эта плетка. Королева за плеткой там осталась. Застройка а-ля Протос. Да, и нужно грызть именно королеву, а не плетку сейчас, потому что трансфьюз будет. Трансфьюз прошел. Выходит первый роуч, еще там 22 линга строит френд. Похоже, что у него что-то тут ничего не удается тоже в этой игре. Ну да, Димага здесь отбивается, у него есть... Перекапывает Санкин за стенку. И... Ну вообще, у него уже довольно-таки много роуча, есть свои линги, есть королева. Заказан уже грейд на атаку, на скорость роучем. Роучи здесь встали в стенку, то есть их просто пробежать не получится. А с прикрытием королевы и Санки, ну здесь, похоже, уже... Все предрешено. Хотя линги просачиваются, но... Да не, маловато. Беллинги вообще в никуда взорвали все. Какой-то фейл. Причем Фрэнд сейчас настроил рабочих, то есть Димагу опередил. Ну надо ли было так бездарно сейчас сливать всех мютов своих линга-беллингов-то? То есть как ну, бы да. У него так бы был стек, он мог бы стоять и забегать где-то, а сейчас у Димаги муфы плюс один, то есть Димага просто... С этим мувом плюс один аннигилирует френда, получается, как бы. Может аннигилировать. Ну да, скорее всего, так и будет. Потому что слишком скоростные роучи, тем более плюс один. У френда, конечно, сейчас остается роуч вариан. Но не знаю, поможет ли он особо. Потому что Димага сможет и агрессивничать, и при этом развивать дальше свою экономику. То есть у него там на мэне, ну, то есть на натурале и Санкин, и стенка есть. То есть он может там еще какое-нибудь здание добавить, то есть уменьшить проход для всяких контрзабеганий от френда. И тем самым там занимать, например, третью базу. Причем пройти там еще можно камни убить. Ну, Димага, конечно, скорее всего, очень просто сразу ломанется, потому что у него их много. Сейчас уже скоро доделывается грейд на атаку как раз по дороге. Вот. И... У френда вот как раз лингов очень мало для контратаки. Да и дома тоже лингов очень мало, то есть для отбивания. А Димага идет дотеканием роучи, масс роучи. И у френда, конечно, строится сейчас 10 штук роучи. Но здесь, опять же, здесь есть скорость. И прибегают еще Димагины линги. Да. Немного танкуют. Пришли и линги, короче, плюс один и с мувом Димага приходит здесь уже... Беда, отвлекся на секунду там.
загадочки GS на премиум более кидает. Авиационная там какая-то. Я ни хрена не понял, что там имеется в виду, пока быстро, но потом посмотрю. Так, ну что, получается, Стрэндж у нас против Люцифера. Подожди, подожди. Сейчас же Лузера играет, правильно? Да. Стрэндж против Френда. Френда, да, прошу прощения. Да, да. Что-то, да. Но в винрах вот будет как раз таки Демага против Люцифера, или Люцифер против Демаги. Да. Посмотрим на заготовочки Люцифера Демаги, как он удивит его. Так. Сейчас ребята как раз пока подчеркивают. И... Так, ребят, всем привет, только присоединился. Сейчас смотрим турнир ГГ года, группа Д. Последняя группа, после нее уже будет... А, кстати, когда будет плей-офф объявлено? Кто... А, в смысле, сетка? Кто с кем, да-да-да. Ну, прям вот сегодня? Сегодня, да, кончится группа. Я сейчас бумажки попозже там вырежу 4 штучки и вытащу, как бы, просто какая на какую группу попадется, как бы, и, ну, и... Ну, и сразу все понятно будет, просто надо будет запомнить ликвипедию. Окей. Вот. Сейчас я на секундочку отлучусь как раз. Давай, давай. Потому что это будет очень интересно, конечно. На какую группу, на какого игрока, точнее, кто попадает, поэтому. Ну, чтобы подготавливаться, там хоть посмотреть какие-то реплеи, может быть, какие-нибудь заготовки потренировать. Специально под это дело. Ну, вообще, вот сейчас посмотрим, конечно, кто выйдет с первого места из группы D. Ну, вот группа B и группа C, где вышли Кр с первого места и Гуру. Мне, считаю, такие нормально. Хотя я могу и тому проиграть. Но в целом я бы сыграл с удовольствием с каждым из них. Скоро ведут баны через альт без окошка. Нифига себе. Прикольно. Интересно. Так. У них, в общем, карты, значит, Daybreak. О, чаще Daybreak и Whirlwind. Ну, это ПВЗ, поэтому тут карты совсем такие экстремальные, скажем так. Так, Серега, ты тут? Так, сейчас напишу тогда. fxopen.com приветствую. Ребят, всех с наступающим Новым годом. Серега, может быть, уже там сразу и решил написать, там как-то оформить. Ну, в общем, после вот этой группы Серега будет вытягивать таблички, там, я не знаю, бумажки с группами, и мы, соответственно, будем знать, кто с кем будет играть в плей-офф. Точнее, какая группа с какой пересекается. Ну, соответственно, например, группа А, если с группой Б, то первое место играет со вторым, а второе с первым. Пересечь, да, таки крест получается. Вот, так что будем смотреть. Изейшая группа для Демаги, но я бы не сказал, что легкая. Либрариан, приветствую. Потому что группа на самом деле непростая. Тем более вот Люцифер здесь вообще колбасит. Ну, конечно, может быть, Люцифер не так хорошо с ТВЗ, как с ТВП. Такое бывает. Но, с другой стороны, в группе как раз-таки фавориты были Стрэндж и Демага. А андердоги как раз-таки, да, как такие у нас это Люцифер и Френд. К ним как раз... не так сильно готовились, например, как Демага, предположим, к Стрэнджу, там, или Стрэндж к Демаге, может быть.
Так, Серега, как там у тебя с бумажками дела? Слушай, нашел, сейчас напишу, потом шапку найду. Возьму, точнее, шапка-то есть. Вот. В конце втащу 4 бумажечки. Ждем. Я правда не знаю, что ждем. Так. Ну, мы как бы ред, если что. Я не знаю. Я же написал, что это, если что, было ФК, но сейчас, раз ты зашел, значит, все окей. А, все, Стрэндж пришел. Поехали, поехали. В первом матче выиграл Люцифер. В первом матче, да, именно Люцифер со счетом 2-1. Ну, кстати, интересные игры были. Кто пропустил, обязательно смотрите запись. Да, неожиданно прям, ребята, поэтому таких лузерах два игрока интересных играют, которые могли бы теоретически претендовать оба на выход, да, как бы из группы. Вот, но. Получается, сейчас просто у них борьба за выживание, кто еще останется в группе. Да, именно так. Так, порвал я бумажки. Не Хорош, очень хорош. ровно, но сойдет. Ну ты же смотреть на них все равно не будешь, там какая Ну да, разница. какая мне разница, кто там с кем будет играть. Вот, Да. разве что я знаю, что тебе лучше, да, как бы, ну. Давай, Что давай, не, выпустит сюда там? А на Б, Серег. Ну так вот, знаешь, пока никто нас не слышит, А на Б. Давай, А на Хорошо, Б. да. Я просто положу только А и только Б в эту штуку. Вытащу, знаешь, Да. сразу типа одно и то Такой, же там. опа, неожиданно, вот это А на да. Б, ну просто, чтоб если первые две, а там цена Д, да. Там не будем проверять, что дальше происходит там. Да, хорош, И, хорош. ребят, я вытащу все, короче, буковки. Вот. С какого дубля, Серега, с какого дубля? Вот. Ладно, в общем, сейчас, ну, Да. давайте, в общем, к игре. У По нас игре, здесь, да. получается, гейт, сразу стоит внизу Strange, Nexus, соответственно, газ. Вообще, кстати, Strange сейчас поехал пробкой на разведку, но он не стал мешать ставить натурал. А при этом вот едет проверять третью, может быть, даже будет мешать. Или нет, пока. Хотя вот Вообще, собирает, да, будет мешать третью обычно ставить. мешают, да. Но не то, что даже тут мешают, он просто хочет видеть, когда будет зерк выходить сюда. То есть либо линги и прогонит пробку, либо прибежит дрон ставить, как бы, да, там, хату. Если что-то произойдет. Привет, Морда Зет. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. У нас ГГ года, ребята. ГГ года у нас. Кукуруза активировал премиум на ваш канал. Пока френд не выезжает, хотя у него минерал есть. А, он уже видел, видимо, пробку, поэтому. Кстати, Стрэндж возвращается, то есть он уже понял, что выбегают линги. И, соответственно, Фрэнд спокойно ставит сейчас свою третью базу. А здесь Старгейт от Стрэнджа. То есть, что там, ну, сначала Оракл, потом Фениксы. В ПВЗ вроде так примерно играют. Заходит адепт на третью базу. Здесь сейчас увидит, что есть третья база. Да, сам собирается, видимо, на натуралс заходить. Или сейчас будет тень отправлять. Ну, в общем, будет разведка от Стрэнджа, хотя нет, адепт все побежал вообще обратно, уже решил, все, ему там больше смотреть нечего. Но при этом, кстати, играет вообще без мава шипкора Стрэндж, то есть он уверен, что его сейчас не будут никак чизить, пушить, и поэтому немного, скажем так, халявит. То есть он раскачивает больше экономику быстрее в этом плане. И пошел сразу, кстати, Феникс. Нет, не будет Да. никакого Оракла. Адепт уже встал даже на третьей базе. Такое ощущение, что он собирается там уже ее сейчас ставить, занимать. А у френда пока только один эволюшн. Может быть, какой-нибудь дроп? Нет, дропа, видимо. Хотя, может быть, вообще-то сделает потом в будущем. Но сейчас, скорее всего, конечно, эволюшн был пас. Забегают 4 линга на где третья локация у Стрэнджа. А Стрэндж видит это, прячет пробку.
ставит пилон. Ну, да, похож... пытается спасти, но тут все-таки... О, хорошо, хотел мини-луком через адепта пройти. Если бы получилось, то это было бы по скиллу, конечно, тогда. Да, вот, но не получилось. Так, третий Nexus заказан. У френда пока непонятно, какой грейд. То есть, будет ли он на линговоде играть или все-таки на рейнджовых юнитах. То есть, у него сейчас, конечно, газа не хватает. Хорошо, блин, надо сейчас пока дрониться ему. Вот, получается, он ставит спорки. Фениксов видел? Ну, спорки нужны, безусловно. Спорки нужны. Но у Стрэнджа как-то рано третий Nexus, которому Зерк вообще ничего сделать не может пока что. И... Готова спорка. Залетели Феникс и убили одного дрона. Да, ну да. Что Фениксы сейчас копятся штучек 5, и они будут стабильно летать, там харасить, как бы пытаться. Вот, но я думаю, что Фрэнд может здесь и в гидру попробовать, учитывая особенно ранжовый этот грейд, да, выйти, как бы. Но нужно ему вот, обычно как тот же Снус делает. Сейчас пока, ну, то есть, идут адепты вперед, нужно чем-то их принять, желательно это маслинги, как бы, да, но строить дронов безостановочно при этом всем тоже, как бы, как только адептов получится отогнать, ну, получится ли их сейчас безболезненно-то отогнать, вот они в королевстве. Хрена вообще пришло что-то. 7 адептов это много, хоть они и без глеф резонирующих, но 7 это многовато все-таки. Так, линги все новые-новые уходят, королев пытается тут фениксами еще пробрить френд, но френду стрэндж, точнее, прошу прощения. Ну не просто получается сделать. Так, где-то вдалеко с трансфертами. Фермер 323 активировал премиум на ваш канал. Ну адепты так пока покрасили, конечно. 8 дронов в сумме. То есть вместе с фениксами, я считаю, это не так много потерял френд в целом. Да, не так уж много. Ну вот выход гидро идет, ну по рабам уже что-то пищать. Это 56-54, только что было. Стенка вот. Красивая у Стрэнджа на третьей базе вообще. Зовется забегай. Так, Зергений тут предлагал. Предлагаю рандомить чатиком. Напиши группу на разноцветных бумажках. И не говори, не показывай. Потом голосовалку по свету. Все в твоей идее хорошо, но... У меня нет разноцветных бумажек здесь, как бы. Вот, поэтому за рандомлю сам, я думаю, как бы, ребят. Ничего страшного в этом не будет. Но идея интересная такая. Продолжаю Стрэндж летать, харасить. Блин, только все время дронов, получается, строят у нас Фрэнд. У Стрэндж уже и Мортлс двух робот, Чарж пошел. Да, грейд на атаку здесь, но фениксы продолжают по сих пор. Но они, конечно, окупились уже хорошо. Да, они, да, они и королев пошатали, и дронов. Там золото, конечно. Ну, что-то френду немножко не хватает, чтобы, да, тут нормально по лимиту вырваться вперед. Причем сейчас, если гидра по очереди будет по раздельности выходить, может больно быть. Да, ее если отдать, то это дорогой все-таки. Дронов-то ладно еще. Хоть куда ни шло. Хотя нет, короли все, все. Вот да. Не хватает криптумора какого-то такого, да, чтобы соединить сразу все базы. Да, нужно на смейна криптумор. И со второй на третью нет, как бы. То есть, конечно, тут желательно, чтобы соединено все было. У Стрэнджа как-то уже по технологиям просто штурмом 6 гитов строится. Ё-моё. Два роба работает. Штормы тут, кстати, интересно. У Стрэнджа стенка на третью, то есть без бейнов не пробить. Ну так-то в целом сейчас пока Фрэнд контролирует ту же карту, то есть он видит, что к нему в атаку никто не идет. Золото занимает, сейчас, соответственно, переведет рабочих. Второй грейд на атаку уже почти сделался, делается инфестейшн и делается люркер ДН. Аличи Шарки активировал премиум на ваш канал. У Зерга, а вот у Стрэнджа пока только из такого сплэша это именно Хай Темплары. А, ну Феникс еще могут, конечно, люру поднимать, тоже неплохо. Да, да, именно так. Четвертый Nexus Стрэндж тоже не спешит, ему некуда, нет смысла лезть, ему нужен шторм, ему нужно делать грейды побольше иммортлов. Ну тут, кстати, вот такой микс, как сейчас у Стрэнджа, вот если сейчас резкий свич бы был, мутки штук 12 бы вылетело бы как.
Ох, как могло бы быть больно Стрэнджу. Гидрай, конечно, хорошо, но Шторм слишком жестко будет с этим миксом работать. Архоновец, нужна люля, получается. Но люля будет здесь. Да, сейчас возможность уже есть же заморфить у Френда. Но Френд пока вроде бы не делает. Ни одного люркера. Так, что за медалька у меня на рубашке? Это не медалька, это у меня тут стрижей, значок с Макса 2015, там Су-27 значок просто. Вот. Так, пошел какой-то выход. Будет ли Стрэндж идти прям наламываться? В лимите что-то много, прям 19 беллингов морфит сейчас. Морфит. Ой, какой Шторм проходит жесткий. Ну, тут, правда, отошел немножечко назад тоже. Френд. Вот эти коготь бы надо делать, тоже бы не помешал бы. 4 люркера где-то делается, где вообще что-то. Прямо на золоте. Прямо на здесь и делается, да. Вот. Стрэндж пытается найти, какое бы направление ему напасть. Четвертый Нексус уже. С другой стороны, если как-то хорошо подерется, вот. Заходит Стрэндж, Френд заходит сзади, со спины сейчас собирается паковать. Ух, беллинги в имморталы врезались. Неприятно для Френда. Но зато Стрэндж отступает. И у Стрэнджа при этом делается шпиль вместе с Хайвом. То есть, получается, будет Брудлорда в ближайшее время. Ну или, по крайней мере, такой есть план у Френда выйти в них. И Стрэндж, кстати, отступает, занимает свое золото, но у Стрэнджа нет даже маяк флотилии. Да. То есть у него не будет импестов, и если будут брудлорды, то это будут сложности для протоса. Ну, главное, Зергу сейчас не отдаться до этих всех действий, как бы, получается, Френд идет в центр, Стрэндж это видит, спускается на лоу-граунд, зелки прыгают, люра закопалась, ну, а что, если пройти резко на вторую базу, у Стрэнджа даже камни здесь не пробиты, ой-ой-ой, как Стрэнджка, и сейчас Френд займет хорошую позицию, тут прям над камнями копается люра. Ну, штормы жесткие, морфов очень много. Люры не так уж так много. И Стрэндж разваливает здесь все. Да, да, слишком жесткий миг. Здесь морфов 10 штук сзади. Зелков давар 100 на 150. Резко-резко как-то пошел. Да, можно цвет на бумажках написать. Правда, я не понимаю, как голосовалку пилить тоже там. Как бы. Сначала нужно одну выбрать бумажку. Потом другую, потом еще что-то. Да, тут, конечно, армия у Стрэндж идет просто огроменная. Да, тут навряд ли что-либо сделает уже Френд. Пытается люрузом. Ну, кстати, камни, да, там интересно, что их не было. Ну, видимо, надо было как-то... Ну, хотя, да, тут вот, если бы там было не 6 люркеров, а 16, например, и такая ошибка от Стрэнджа, это могло бы реально подрешать, там просто сплэша немеренного было бы. Но 6, мягко говоря, маловато люркеров было, и в итоге вот так вот. Получается, да, так закопался просто люркерами, чтобы Сиштерм отогнал всю армию прикрытия, а когда уже Иммортал и Архоны дошли до люры, там уже все, печаль была. Так. А... Да, кстати, ребят, забываем сегодня сказать, что поддерживайте наши каналы с Пашей обязательно, да? Вот, стримов будет еще больше тогда. Ну и ГГ года сам турнир поддерживайте. Призовой уже очень достойный, почти 83 тысячи, но может быть и до сотика дотянем как бы к концу турнира. Вы можете это сделать. Да, ребята, все в ваших руках. Наши стримы, призовой фонд и так далее. Так что. Да, это точно. Так, а кто-то что-то на Тинькофф мне тут поддерживает. Спасибо, пацаны, всем. Не вижу, кто, правда. СМС-ка пришла. Спасибо большое. Серега, у тебя Magic спрашивает, какие кнопки Vision от другого игрока Опса ставят. Я что-то помню, вроде бы Ctrl-Shift-P, что-то такое. Или Ctrl-Shift-O. Что-то, мне кажется, так. Так, ну, по крайней мере, на игроков.
Так, чтоб камера показывала. Так можно мышкой выбрать же, нет? Вот у меня, например, нельзя. У меня сначала не показывается даже. Значит, вот эта менюшка. Кого выбрать из игроков там в таком духе? Ладно, сейчас посмотрим. Так. Сейчас, секундочку. Ctrl-Shift-O сверху, чтобы вылезло, как бы, и ты выбираешь. О, да-да-да. Так, вот, например, от Мэджика. Да, вот от тебя могу поставить, да, все правильно, так и есть. Стрэндж, они вообще, кстати, оба повторяют билды, то есть то, что мы видели в предыдущей игре. По крайней мере, начало идет, opening, это точно такое же. Да. Ну, Стрэндж, что могу сказать, Стрэндж иногда он делает, как бы... Нексус первый, например, да, там. Угу. Иногда два гейта, но два гейта я тысячу лет не видел. И зачастую, то есть у него немного раз он играет, немного он процентов игр играет через Нексус первый. Видимо, у него опыта не дико много, да, там. Аля, ведь вот я раньше очень любил и там понимал все, знаешь, там до деталей, как бы, что угу. Тут как бы ГГ, здесь я могу там что-то схалявить еще больше или еще что-то там, как бы. А Стрэндж просто, ну, вот я игры увидел, он Нексус первый ставит, а через гейт у него даже экономика лучше иногда получается, потому что он этот билд досконально знает, да, там как бы. А там что-то боится в каких-то моментах, еще что-то, ну, то есть, и в итоге он 99% игр вот так вот именно отыгрывает. Вот. Ну, это сейфовый, да, билд, как бы, и так, это и есть стандарт, получается, запрос, почему бы и нет. Но, с другой стороны, если ты знаешь, как сыграть через Нексус первый, и так, чтобы не бояться всего, что потом отстать, как бы, по экономике, да, а наоборот, вывести вперед ее, то иногда, если оппонент знает, что играет, например, там, всегда халяву, то нужно таким тоже пользоваться, стараться. Да, хорошая тема. То есть, кстати, Стрэндж опять уезжает прям до третьей хаты. То есть от лингов, именно от лингов. Да. Ребят, спасибо всем за поддержку. И от Стрэнджа опять идет активировал премиум на Стрэндж сейчас это увидит, но у Френда нет еще скорости лингом. И здесь я не знаю, смогут ли 4 линга без скорости побороть адепта. Видимо, Френд решил, что нет, и не стал наваливаться. Это точно. Вообще билды абсолютно такие же. Здесь Старгейт идет от Стрэнджа. У него здесь стенка. Зилот опять же тоже в стенке. Адепт увидел, что есть третья хата, возвращается домой. Ну, в общем, это повторяется все как в предыдущей игре. Тоже стоит сначала Evolution, потом, видимо, пойдет Роучварина от Френда. Хотя в целом, кстати, так как Френд проиграл, ну, может быть, он даже изменит свой билд, то есть что-то в нем. Например, сделает, например, грейда на лингов, там как-то будет более агрессивно играть. Сейчас оверлордом, соответственно, Френд видит Старгейт, видит Феникса. И вот заказывает грейд на лингов, да, меняет направление развития Френд. То есть он, получается, должен мешать как-то поставить третий Нексус. Ну, желательно, да, через фениксов, получается, глеф нет, да, там адепта уязвимая достаточно. Но все равно стоит за минералами, как бы лингов будет напрягать. То есть, если Нексус успеет, например, подкопить хп плюс Мазеркор подлетит, то есть пилончик будет, там, да, Мазеркор своим демеджем будет напрягать. Вот прибегает сейчас Френд. Сейчас вот мне кажется, что нужно было ему просто Нексус сначала отменить. Да, достроился пилон и оверчарж бы в перспективе был бы. Вот. Пытается поймать пробку, Стрэндж с контроля увел пробку. Ну да, и получается Нексус уже не отменить, но при этом парабам вроде так неплохо держится Френд в целом. Хотя у него, кстати, нет еще спорок. У него делается
Два оверлорда дропа, то есть он собирается с королевами, что ли, идти? Да, слушай, похоже, какой-то такой врыв, либо передроп прямо на мейн. Ну, возможно, да, сейчас будет френд, в общем-то, давить, пытаться дальнюю базу третью всем приростом. Кстати, пилона здесь нет, и это ошибка очень серьезная. И одновременно с двух оверов, например, на мейн привести, да, там лингов 16 штучек. Это будет очень сильно. Это будет сильно. Вот тут адепты выходят на отдачу просто тупую. Зачем они сюда выходят куда-то? Чё френд не стал их окружать? Ё-моё, чё френд делает вообще? Зачем? Он решил в оверлорда, типа, загрузиться. Здесь не просто Некса 378 хп не добил, а адепта 3 без глеб, без всего, как бы, стоят там. В итоге надо идти сюда добивать. Оверы, блин, долго будут залетать. Может успеть Стрэндж прилететь сюда, сбить оверов, там Мазеркором прилететь. А здесь уже зелки, ё-моё, сколько юнитов здесь. Так, дропаются линги, 3 пробки минус, 4, 6, 7 уже минус. И Нексус падает, там бейлинги делаются. Ого-го. Не, ну нужно ли продолжать давление, вот вопрос у меня возникает. 3 хаты есть, все есть. Ну, вообще, да. Ну, СД, хоть... а вот 10 дронов заказано. СД и Гидроден просто там после люркер, ну сначала Роуч Ворон, понятно. Так, и здесь... И сбегает линги на натурал. Да, на халяву просто заходит. И бейлинги идут, кстати говоря, сюда. Только беллинги все на оверчаже сливаются. Ну, 16 пробок уже уничтожено, между прочим. Mm-hmm. Это непонятно, сейчас что с линдами происходит, если честно. 18 пробок, 31-48. Ну, вот Глефа сейчас опасный тайминг. И гейтов сколько? 7 штук. Ой-ой-ой, надо именно... Тут даже, наверное, не Гидроден, здесь именно Роуч и Роуч мув. Сразу же просто френду надо делать. Да, главное отбиться. Главное отбиться. Что Линк видит, что на третьей базе. То есть нет третьего Нексуса. Что Стрэндж не собирается восстанавливать, значит Стрэндж будет давить, но, соответственно, чем, скорее всего, будет давить, раз у него были адепты. То есть Фениксы адепты, надо к ним готовиться. Да, да. Фениксы будут поднимать королев, поэтому обязательно наличие беллингов, обязательно роучи. Не хватает еще спорки между 3-й и 4-й базой, то есть вот эти Фениксы, они же могут перехватывать дотекание. Хотя здесь линги вон опасные игры Фрэнд играет, именно не строя вообще роучи здесь. Беллинги это хорошо, но не факт, что беллингами... Ну, в итоге беллингов-то можно фениксами поднять часть. Вот, очень да, прикол. Да, это будет жестко вообще. Да, то есть тут как бы лингов 3 овера, саплай блока нет. Каба 4 активировал премиум на ваш канал. Хотя пару роучей заказать, парочку роуч хотя бы. Ой, как фениксы тут выпиливают королев, надо везде восстановить королев, нужно... И роучи до сих пор френд не строит. Это очень, кстати, косячный момент такой со стороны френда, я считаю. Пошел до варп. Надо принимать бой. Принимает бой френд. А беллинги врывают. Тут часть поднята. Все, адепт слишком дофига здесь. Надо роучи было строить. Это 2-0 стрэндж, скорее всего, здесь уже. Да, морфится беллинги, но... Стрэндж даже их поднимает, в воздухе убивает. Блин, а как все хорошо начиналось, да, получается, mm-hmm. для френда. Вот, ну адепты не прощают таких ошибок, как бы. ГГ пишет френд. Тут надо было реально именно делать роучи. Муф и роучи просто. То есть третий бас нет. Феникс и роучи. Ну поднял ты там одного полгода, ковыряешь его, ничего не сделают особо. Вот. А беллинги, получается, не взорвали все. Беллинги так, они на тоненького, да, там либо все взорвалось, и линги догрызли, либо не хватило. Либо все, либо печаль вообще, да. Да, да, именно так и есть. Там еще был такой момент, что Фрэнд видел, что нет третьей базы у Стрэнджа, и при этом там еще у него дозаказывал рабочих, там 10 рабочих он как-то заказал, то есть... Я не знаю, он, видимо, рассчитывал именно еще, может быть, в макро как-то поиграет. Но очень перехалявил отчасти. Ну и вот, да, не было роучей. Не хватило сильной армии. Ну, Стрэндж молодец, контратака грамотная. Сразу моментально среагировал, понял, что уже в макро отставание будет и не стал пробовать. Так, ну что у нас, в общем, Димага против Люцифера. Виннер матч, победитель выходит с первого места из группы. И, соответственно, проигравший будет играть со Стрэнджем за второе место. Да, френд это был фрик. Да, да, именно он. Так, кажется, уже почеркали Венера. И Мэджик зовет в игру.
Да, у них первая карта Вани, вторая Вирланд. То есть по картам уже можно определить, кто выбирал первый. Первый это, скорее всего, выбирал Люцифер, второй Демага. Потому что Вирланд, Тиран, это такая редкость очень большая. Adapted. Но у меня бывает, я не знаю, почему-то в больших замесах у меня, Серег, ты как-то знаешь, как почему-то, знаешь, тебя становится хуже слышно. Вот именно в Да. больших замесах, да, я не знаю, чем это со звуком там Ну, связано. такое бывает у меня, как бы. Вот. Непонятно, ладно. Надеюсь, все нормально. Ну что, в общем, первая игра. ТВЗ. Вани Research Station. Карта вообще такая удобная для опенингов, здесь всяких халявных. Но самое главное, как Люцифер будет открываться. Он же может сыграть и в прокси, то есть прокси бараки, например, риперы. Но так как не поехала ни одна КСМ-ка, то это уже вряд ли будет прокси риперы. Вот, скорее всего, какой-то макро. Причем о, макро удобно для каждого игрока. Так, это уже до 3 побед идет матч. Вот. И сейчас, соответственно, будем смотреть по газилке тирана, что будет. Ну, Димага, конечно, будет играть Да, хата. матч Венеров, пацаны, этого мы ждали. Неожиданно просто сейчас Люцифер играет с Димагой. Вот, ну такое, вот, кстати, подобный расклад, как был в предыдущей группе, как бы, да. В группе С, там, конечно, Милка не смог сыграть и нас нифига не предупредил, поэтому Техлус пришлось ему поставить. Но получилось как, Арктур выиграл Коу в Венерах 2-0. В итоге проиграл Гуру 0-3 и 0-3 потом проиграл и Коу в лузерах. То есть, как бы, если Люцифер сейчас сольет Димаги, может повторить что-то такое, например, со Смотри на Стрэнджем. хату. Ну, ванговать не ходит. Опа, она. Кажется, Кудублай подъехал. Я как раз только начал говорить, да Димага сыграет точно в хату, ну какую хату, я ж не сказал, то есть. Да, пацаны, тут не придерешься никак. Да. Вот. И, конечно, для Люцифера очень плохо то, что он, получается, будет делать разведку сразу рипером. А рипер полетит наверх, и, соответственно, хату он не увидит роуч варен. И, ну, то есть он прилетит, как бы, к зергу на мейн, может быть, что-то похарасит, но все равно там роучи просто будут к нему долбиться на мейн. И здесь, кстати, может быть такая ситуация, что он понадобится мультитаск в двух местах, то есть и на мейне от роучи как-то отбиваться, и при этом рипера контролить, убивать рабочих. Вот. Но в этом плане, конечно, у Улучшение Димаги будет небольшое цифрового. преимущество, потому что роучи, точнее, и реведжер, они лучше гораздо против роа рабочих воюют, чем рипер. То есть рипера надо постоянно следить, хотя и за роучами вообще-то тоже. То есть если их окружат, то грохнут и все. Ну, в общем, так Димага с танками еще собирается застраивать? Нифига себе, лол. Это какой-то такой интересный билд, я что-то завтыкал. Я просто думал, что будет роучи и реведжер, как Блэ любит делать. Санки, конечно, тоже прикольная тема, но сейчас узнаем. Сейчас узнаем. На мейне здесь Димага готовит. Есть два линга. Да. Ну, так-то вообще, кстати, Люцифер сейчас, наверное, еще даже не понимает, что там вообще Твоя происходит. жалкая То пристройка есть, потому завершена. что вроде газ собран, там королева есть. Нормальная. То есть скорость делается. Он думает, что как бы в кармане, там есть экспанд, все, играем развитие. А тут такой сюрприз сейчас, к нему подкапывается прям, он сразу заказывает два бункера. Ну, посмотрим. Две санки закапываются, да, перекапываются, точнее, постоянно. Пристройка завершена. Рипер там на мейне пытается развести, Люцифер, ух, Да, минус Димага. репер, но, кстати, хочется отметить, я сейчас отвлекся на секундочку, просто приготовил бумажки для потом, чтобы группу определить, вот. И плетки-то это ведь не реводжеры, а роучи. С плетками тут очень много времени в запасе. Правда, бункера остались так, хотя, с другой стороны, если бункера доставали до плеток, то плетки доставали до бункеров, получается. Тоже такой момент есть. Да, Так, да. по Октанолаву нужен танк. Хорош, Кейджа хорош. мув делается. Бункера 2. Нужно как-то Димаге в наглую, видимо, под бункера заходить. Люциферу нужно быть готовым просто сразу же вычинивать просто
бункера, если плетки подниматься наверх будут, вот они поднимаются. Рабочих надо срывать, рабочих. Конечно, надо срывать, иначе линги окружат все и ничего не поделать будет. Так, Марики достают вроде всех рабов, надо всех нужно использовать. Ё-моё, всех надо, Люцифер использует рабов, вычинивает он рабами всеми. Танчик очень скоро выйдет, 5 Мариков сидит, первая плетка погибла уже. У Димаги таксанка вторая закопалась, она не давала пройти новым лингам. Да. Сейчас линги, конечно, пробегают. Попытка сбрить танчик. Танчик не вычинивает, Люцифер. Два раза он, конечно, выстрелил, но... Все равно, Димага вроде не пробивает. Да, в бункерах 8 Мариков, уже КСМ к нас третью вести просто и... Так, барак вычинится, цеху поднять получается. Танк сейчас еще один будет, готов и... Ну и все, да, и Димаге надо как-то переходить в макро, но у него рабочих мало. С другой стороны, тут как бы лингов-то много до сих пор, да, получается, и каких-то лимитов у него. Кстати, да, он рабочий-то грызет еще, продолжает. Так, пошел в рыб опять. Так, нужно вычинивать бункер, пытаться. Попытка, опять же, танк окружить, но в этот раз бункеры просто наваливают дамага, как бы, и танчик живет. То есть теперь уже... Так, какой-то далеко Люцифер, если честно, все рассиджил тут, если честно. Он, знаешь, очень сейфово так, чтобы очень наверняка... Сейфово и... Ух, залп, конечно, танк сейчас. Ой, танк где вообще раздает. И ничего вообще не пробежало. И у Димаги все плохо сейчас становится, плохо, потому что... Плохо, ворон уже навряд ли поможет. Еще Люциферу бы, да, вот он орбиталочку, я хотел сразу сказать, что ну, нужна орбиталочка, нужны исканы, нужно как бы... Так, старпорт пошел. Ага, сейчас главное, чтобы Люцифер только не обнаглел и второй бункер не продал, потому что бункер-то еще пригодится. Здесь, конечно, скан потом нужен, чтобы вот убить этот криптуморы всякие. Здесь рабочие уже Димаги начинают добывать. Да, что вот Люцифер затягивает с выбиванием, короче, слоу-граунда. А, он хочет Рейвена, что ли, построить. Ну, надо танк еще строить, газ вообще не добывает. Марики, я не понимаю, что он делает. Сейчас нужно строить боевой лимит, аннигилировать хату, он строит рабочих вообще. Что за бред происходит? Может, он боится, думает, что там маслинги строятся? Так, на Рейвена собирается, он сейчас выходить. Танчик рассиживается. Так, Криптумор минус раз-два. Ну все, Крипс Мейна уйдет сейчас. И... Так, это Банша вообще. Это даже ну, не кстати, Рейвен, это Банша. Если с Инвизом, то может очень даже неплохо зайти. Это Димага, у Димаги будет очень сложно отбиваться. Но у Димаги сейчас... Линги, сейчас если реведжеры зайдут и минуснут танк, причем танк сейчас всего лишь 80 хп, то есть 2 да, байла. Ошибка ужасная, танк не вычинен просто. Бункер один продал, ну что за лунтиковская тема, я просто не понимаю. Танк надо чинить, и в бункере никого нет. В бункере конечно... никого нет, танк на 80 хп, 2 фаербола почти с одного убивают. Вот, да. Ну что, я не знаю, такие ошибки просто глупейшие. Если сейчас, понятно, что может быть, навряд ли, навряд ли пробьет там, возможно, да, как бы Димага. Ну да, тяжело будет. Нет, тут просто хата стоит, все стоит, увел все вообще с прохода, чуп. Я в шоке просто. Блин, танк еще ближе подводит, жесть. Сейчас и вернулись подлетит. Вообще. Не, ну это будет наказание за свою, блин, бредовую игру просто, вот и все. Люцифер просто думает, что он как бы играет против макро, но кстати, нет, смотри, что-то понял. Танк, а он что просто... он понял, как он понял? Он просто КСМ-ку, видимо, здесь подвел, да. И, видимо, уже заметил юнитов каких-то. Хаты нет, какие банши вообще. Ну, хотя, с нет, другой нет, банши стороны, хорошая тема банши, здесь, да, на самом деле банши очень да. Хорошие. Ну, здесь, кстати, вот здесь спорки нету, то есть можно летать здесь, получается. Баншой прилетел, дронов тут подхарасил, две штучки убил. Надо улетать просто. Что тут еще делать Люциферу? Ну, да. С другой стороны, вот, помимо отчиненного танка и других моментов, да, как бы у него две базы здесь есть, ему просто выйти там в блин. Ой, тут в стимпак, как бы, да, и. А сейчас видишь, он смотри, Баншой подсвечивает, и получается, Димаг не может нормально навалиться. Да, не может нормально валиться, и получается, королевов выпиливает. Но сейчас порки доделаются с другой стороны. Блин, тут такой опасный на реведжерах микс. Надо выбить дронов отсюда, получается. Здесь банша полудохлая летает на мэйне. Мультитаск тут демонстрирует Люцифер. Ну вот мультитаск минус банша, пожалуйста. Только я про мультитаск сказал. Вот. Так, пойдет на лом. Фаерболы по депошке. Димага хочет заходить, все правильно, он должен заходить уже просто, чтобы линги забежали на танк, его задача танчик будет выпилить. Да, да. У Люцифера, да. Смотри, заблочен танком, а вот он как-то, он не мог долго выйти, короче. Танки поставил так, что с двух файлы пошли.
Так, фаербол все, один танк падает. Бункер пока еще живет, банша вернулась. Люцифер, рабочих выводи. Ну хотя уже нормально все. Ну, тут вроде отбился он, но по боевому лимиту меньше до сих пор. Надо восстанавливать. Здесь банша не вычиненная, просто бункер не вычинен, депошка не вычинена. Рабочие стоят, все стоит, ничего не делает вообще. Заходит, заходит. Смотри, сколько реводеров, ребят, здесь опасная очень ситуация складывается, реально. Фаерболы по танку пошли, не хватило фаербола на танк, не хватило да, на бункер. Тут уже демага косячит немножечко, все-таки я бы сказал. На этот танк хватило 3 фаербола, но дальше там есть другой танк, и он живет пока что. Выглядит, пишет, демага 1-0 Люцифер. Ё-моё, прикинь, демага Стрэндж. Матч лузеров, это просто минус кто-то сразу автоматом. Да, это будет весело. Ну тут демага сам, конечно, сыграл такой билд. Необычный, необычный очень. Застройка, конечно, санки. Я почему-то думал, что будут роучи ревежи. Они как-то такие. Ну, в общем, сейчас увидим. А, карта Вировайн, тогда макрокарта. А, может быть, Димага хотел просто, знаешь, психологически. Я не помню, кто-то из корейцев раньше говорил, что типа в первой игре он делает олыны. Это еще в Брудваре даже кто-то говорит. А, Джули Зерк, вот. Он потому что играл против какого-то Протаса на каком-то турнире, я не помню, вроде бы против Беста. Mm-hmm. Так вот, и в первой игре он сделал то ли четвертый пул, что-то такое, в общем, чизово, и потом у него в интервью спрашивают, а почему ты так играл? И он говорил, что типа, я хочу выиграть оппонента сразу чизом, чтобы его давить, чтобы он боялся потом в следующих играх, когда я буду играть в макро, например, он не знал, буду ли я в макро играть, или я буду чизить. Вот, и, соответственно, такое, знаете, то есть задел себе на будущее, но это должно было пройти, как бы, здесь, получается, демаги немного сложнее, но демага же играл на тирановской карте, то есть это ту карту, которую выбрал Люцифер, а сейчас он играет на своей карте, и, соответственно, здесь он может уже спокойно развернуться в макро, как бы, ну, то есть он решил так, типа, ну, ладно, карта не моя, то есть если я здесь чиз пройдет, то, значит, у меня будет преимущество большое, нет, ну, ладно, как да, бы. Да, как вариант, навес. Могло быть и так. Согласен, так что в этом плане. Могло быть именно так. Fight for Fame. Я же, ребята, уже просто в плей-офф сейчас. Мы как раз-таки сегодня будем знать, кто там, с кем играет потом в плей-офф. А сейчас вот последняя групповая группа идет, последняя группа играет. И вот. Да, запилил я, ребят, бумажки, получается. Красный, белый, зеленый, синий цвет. Ну и будем голосовалку пилить, соответственно, как бы, да? А как вот, то есть, ну, 4 варианта, и... Ну, получается, как бы, самый популярный на самый непопулярный. А, ну, окей. Два других друг на друга, получается, да, как бы. Давай так, да, прикольно. Ну, как, прикольно. Я не знаю, как из Иргения имел в виду, можно, конечно, пильнуть сначала две выбрать, а потом еще, например, две, как бы, но... Тоже смысла немного, просто можно за раз, да, как бы напилить. Вот. Я подумал, что так, как бы, да. Ну, и как бы и зрители поучаствуют. Ну да, в этом да, есть. В посеве. Так что, если кто-то в плей-офф проиграет, сможет сказать, а, это все из-за того, что зрители так наголосовали там. Да, да, да. Или наоборот. Ну, мне вообще вот получается, на меня же Бла опять попасть не сможет, так что мне, я думаю, вообще будет любой вариант хороший. Ну да, да. Ну, в любом случае, если рассчитываем дальнейшее прохождение, нужно хорошую игру в любом случае показать да, будет. Да, это очевидно. Всех. Тут уже да. Как бы ты Блай, Кыр, Кас, Гуру, Коу, как бы тут ни с кем просто не будет, но есть все равно более, да, как бы варианты. Более приятные, да. Из первых мест, то есть это Кыр либо Гуру, а здесь вот кто будет, пока и непонятно-то в этой группе, да, как бы первое место. Да, да. То есть, да. Ты можешь то есть, если на это, теоретически, да, попасть на эту группу. Да, да. Так, ну что, у нас здесь по билдордеру, в общем, демага открывается через быструю хату, Люцифер едет на разведку рабочим, не угадывает направление, едет, получается, вниз, то есть он с самого последнего раза найдет, хотя, может быть, такая штука разведает один рез, рипером полетит просто в левую часть. И Люцифер, кстати, будет играть двойной дроп Мариков с импаком. То есть вот сейчас рабочий приехал, все, сейчас он должен ралли-поинт у барака менять, а рипером лететь уже в левую часть, а этим рабочим разведчиком возвращаться. У Димаги первый оверлорд, получается, как раз летит в правильном направлении, но Димага здесь особо ничего менять не будет. Но при этом может увидеть, например, продакшн какой у Тирана. Да.
Вот. И Димага, кстати, еще любит делать маслингов. А здесь на этой карте это удобно делать, потому что далеко находится вторая рампа. И она широкая. Да, она широкая. То есть вот в этом плане, конечно, здесь немного тяжело тирану. Да. Особенно когда тираны, то есть они вот рипер-реактор, да, то есть там пробел, промежуток в продакшене, то есть мариков будет немного. И даже если ты бункер на дальний запилишь, то он будет жить только с условием полной стенки, получается, да, как бы. Да. То есть там такой момент, что если ты вот играешь через двойной дроп, тебе надо стенку делать на второй рампе. Но чтобы отбиться от забегания лингов, тебе тогда надо делать, вот если сейчас смотреть на Люцифера Натурал, то есть над ЦЦшкой там бункер и сапплай. Ну как-то так, чтобы сверху прикрывали марики и внизу, соответственно, было прикрытие рабочих. А вот, то есть если дропы вылетают, то без стенки, получается, каждый раз забегание будет очень неприятно. Да. Вот. Ну, кстати, смотри, Димага не стал много лингов строить. Он, наоборот, сейчас халявит, получается. Рипером залетает, Люцифер все спалил. Гранатчику. А он, видишь, он может, знаешь, он сейчас как бы специально как бы такой, типа, я играю в экономику, но сейчас раз заказано сейчас, будет да, лимки. Заказ лингов. Ну, вполне, вот сейчас было бы грамотно как раз... Да, 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 смотрите, Димага хитрый у нас. Ага, Дима-то у нас-то хитрец. 20 слингов здесь пошло. Но, с другой стороны, посмотри, как бункер интересно ставится. Со стороны цехи газа тяжело грызть. Вот. И уже... Ага, а почему такой... А, это же дроп мариков, ё-моё, я просто думал, сейчас гелики пойдут. Никаких геликов здесь не пойдет. Так, нужно стенку закрывать. Это фейл. Часть мариков сверху погибнет. Или бункер просто не успевает сесть, Люцифер. Мариков бункер видит, что ты и депоху не закрывает. Вот это фейл. Это просто фейлище, конечно. Но это на самом деле очень плохо для тирана. Да. Он потерял и мариков, и 5 КСМов, и по лимиту видно двукратное преимущество общее по лимиту просто. Конечно же, наверх Димага не прогрызет здесь ничего, это очевидно, да, но чем лететь в дроп, например, да, если даже лететь? Ну, нечем, да, банально просто. Еще здесь столько лингов под носом. Да, плюс они все как бы живые, 19, то есть это полететь дроп, еще штучек 10 добавить, там, даже не 10, а чтобы 20, там, 4 было штук 6, и да и даже 19 можно нормально встретить, если прямо дроп словить. Да. Так, ну почему-то Люцифер решил, что надо именно либераторов сейчас две штучки построить. А, ну типа, ну кстати, да, пока сначала либераторов медиваки, как раз на дроп мариков подкопится, выходит немножечко. Да, ну, цеха висит, вот это глупость, то есть она зачем висит? Ее надо перевести, из нее КСМ строить и мулы кидать. Просто и она, хоть, она копит энергию, это да, хорошо, но это полдела, ведь она еще и рабочих может строить. И энергия эта может работать прямо сейчас, в самом начале, когда... Чрезвычайно важна, ну вот, любой инкам, прирост. Да. Так. Кстати, пролетает либераторами так незаметно. Да, да. Он именно видел, что там оверы висят, как бы, и облетел вокруг. И, ну, криптумор спалит. Да, палит криптумор, только сейчас Димаг замечает. Ну, спорки-то нету. Два либератора могут неплохо здесь подразложиться. Ну, там пять королев, я думаю. Хотя Димага, похоже, Димаг не обратил внимания. И два либератора прилетело, а это фейл. Заходит так Димага. Ох, немного Люцифер близко разложился. Ну да, поторопился. Тут, наверное, надо было на самый краешек и два в кучу, да, либерата, чтобы да, из королевы да, зашли, чтобы два сразу стреляло по ним. Так, 59-80. По боевому, кстати, не сильно отстает Люцифер, и третий цеха есть. Единственное, вот инженерки сверхпоздние получаются, да, как бы. Полетел дропщик и тоже в зоне видимости. Наверное, через низ как-то нужно было лететь, скорее всего. А куда дропаться-то здесь, я даже не понимаю. Ну тут то вообще сложная ситуация. С такой стороны, где вообще как бы все видно и даже не понять, куда дропаться. Ну да, либераторы раскладываются, но королев очень много. Ну разве что вот сюда раскладываться, на крип как бы вместе с либераторами, мариками. Так, стимпачится Люцифер. Ну против королев разложился, а против лингов ничего. Против лингов ничего нету просто получается. Так, королевами будет Димаг даже заходить, да, решил зайти. Один минус сразу либератор, второй улетел, ну, тоже хп желтая. Ну и ситуация, конечно, сейчас у Димаги вообще шикарная. То есть он же здесь и крип почти до центра дотянул. То есть уже все, да. Зелнага скоро будет в крипе. И все подступы к своей базе, там уже скоро четвертую базу достроит, хотя только она в продакшене пошла. Ну, экономика дает о себе знать, плюс... Хотя, конечно, три командных центра, там Либератор разложился на натурале, убил
вроде бы одного дрона, но это этого мало, этого очень мало. Да лучше бы он улетел, да, просто домой. Ценный очень юнит, как бы. Так, здесь какой-то опять врыв от Димаги, причем нарики стоят вне бункера, сейчас минка закопана. Ну там депоху они подняты, ой-ой-ой, Димаг прибегает. На 4 активировал премиум на ваш карьер. Хорошо, что успел закрыть, да, здесь надо обратно мариками бункера убежать. Сагрил лингов. Разменивает здесь Люцифер, ну там сейчас беллинги, Люцифер. Среагировал. Здесь, смотрите, один только марик погиб. Да, и бункер еще выжил. Красный горит, конечно, я все вычиню. Так нормально, кстати, более-менее стабилизировал Люцифер, конечно, сейчас ну, четвертая база уже, но парабам небольшое отставание. Парабам не дико, конечно, большое против Зерга, но у Димаги хат много, если он захочет СД сейчас зажать, то зажмет и будет. Рабов больше, да, большое будет отставание. Ну, да. Вот, но у Димага пока не особо мастер рабочих, но 2-2, то, что у Димаги делается, это, конечно, плохо. Димага делает еще забегание, видимо, беллингов, может быть, каких-то заморфит, или просто лингами побежит. Не, просто лингами, похоже, забегает на натурал. Лингов, конечно, здесь немного, здесь есть прирост. Кстати, бункер довольно-таки грамотно стоит, там еще минка вот эта закопана. Но сейчас, да, Люцифер реагирует, все. Сейчас... Рамбан там минка закопана, да. Такие моменты, что не знаешь, плюс... Димага заметил лингами, да, и даже одного скушать успел там, по-моему. Ну вот сейчас, кстати, у Димаги есть небольшой пробел, что до четвертой базы крип не дотянут. То есть да, в этом плане слабость. Что-то как-то все-таки линги рядом находятся, надо Люциферу улетать, он улетает. Кстати, ну, контролит вроде дропа и третью цеху уже занял с другой стороны, и по рабам близко очень. Рейды нужно 2-2 заказывать, как бы терпеть. Хорошо, конечно, в центре работать с крипом, выбивать его, но тут особо ресурсов нет просто у Люцифера на это. Либо вот эту дальнюю на 9 часах, да, так и крипа нет. То есть, если без королев, вот 3 медивака, например, прилетит. Или хотя бы 2 с 16 мариками, уже как бы будет тяжеловато. Ну вот слишком долго 2-2 Димаги будет на 1-1 Люцифера. Непонятно, проживет ли он этот тайминг. Да, ну вообще, конечно, сложно будет Люцифера здесь. Опять забегание собирает делать Димага. Здесь почему лингами сейчас остановился, видимо, дожидается когда 2-2, еще морфит беллингов. А, Люцифер. Ну, у Люцифера здесь есть, конечно, такая своеобразная стенка, но все равно в рабочих могут беллинги докатиться. А Люцифер здесь с двух сторон пытается зачистить крип. То есть там на 12 часах, вот в центре стоит. И Димага побежал. Побежал, похоже, на натурал. А Люцифер как раз-таки делает выход. Среагирует, заметит, там минки нет. Ох, сейчас рабочие будут терпеть. Не, минка есть, и долбануло. Но рабочий просто... И так экономика не лучшая, становится еще хуже. Минус 14 рабочих. И у Димаги такой интересный момент, что у него, например, 4 база, там есть даже санки. То есть и на натурале есть санки и спорки. То есть такими просто каким-то одним дропом уже тяжело выбить. Тем более там Димага оставляет еще линга беллингов. Вот. И... Ну, в общем, сложная ситуация, конечно, у Люцифера. Он сейчас собирается делать большую атаку. Но и Димага собирается тоже делать большую атаку на третью базу. Тирану. Да, ну Люцифера 137, правда, как-то, ну, это опасно, он бегает, тут как бы Димаги просто немерено линга-беллингов. Здесь забегание пошло. Это, куда, правда, лезет Люцифер до 2-2, я даже понять не могу, если честно, зачем ему туда так идти. Как это, смотрю, полоска на карте, это минки. Так, ну, кстати, здесь получается, да, тут как бы рядом практически к мейну Димаги можно пройти вот с этой третьей Люцифера, то есть просто позицию на ХГ занимаешь и уже... Находишься очень-очень близко. Так, минки выкапываются все. Ну, при таких количествах минок можно бы делать, на самом деле, закупку бы им пробовать. Это хорошее забегание от Димаги. Вот Люцифер продал бункер. Нафиг продавать бункеры вообще вот такой. Не-не, там же погиб, помнишь, там беллинг когда забегали. Да-да-да. Ну вот стенки, без стенок очень плохо. То есть одно такое забегание, это минус база сразу получается. Да. Тут линги заходят, беллинги заходят, и ничего с этим не сделать вообще. 16-17 КСМ от минус. Вроде как можно было, да, постоять там, поразвиваться, вот здесь вот вынудить Димагу драться как-то невыгодно для себя. А в итоге просто минус база, и Люцифер вынужден вообще ломиться как бы вперед. У него там еще и на третьей базе тоже линги лютуют и вообще. И на третьей, да, и бункер пустой. И, ну, короче, да, Люцифер как-то
оборону дома не подготовил к выходу к своему, и в итоге вот произошло то, что вы видели. Диман забегает, минок много, но био мало уже получается, как бы, и ну как не очень. Все либераторы здесь дэмэджа очень много наносят. Так-то тут Люцифер еще как бы даже пока и не потерял позицию, но ГГ это все равно, да, конечно, пишет. ГГ Люцифер. 1-1 счет. Ну вот забегание, первое забегание очень сильно Люцифера сбило, и получается и линги как-то пробежали, и бункер не успел сесть, но вообще все как-то не заладилось. Ну вот окраина Нью-Кирка, здесь может быть иммунизация от Люцифера. Дима к этому будет играть примерно то же самое. Здесь, конечно, на этой карте не так удобно играть маслингов, но все равно Димага может это сделать. Топ-10 ГМЛ на азиатском сервере. Ну вот на австралийском там да. Это ценное достижение. Но вообще топ-10 неплохо, все равно. Там же тоже кто-то играет. Так, я сейчас на минуту отойду. Все. Давай, Паша, конечно. Ну все, ребят, погнали. Третья игра. Точно не последняя, было 5 у нас. Так, все, ребят, прошу прощения, сам отвлекся буквально на секунду. Ну вот эта карта ванийская. А, это какая ванийская? Я про ванийскую. Это Нью-Кирк, пресинт окраины Нью-Кирка получается. Ну здесь вот, здесь эффективнее можно двухбазовые какие-то темы отыгрывать, которые видно, что Люцифер любит, во-первых. Во-вторых, не такая она гигантская, как предыдущая карта, да, как бы и все-таки можно быть более готовым ко всяким забеганиям, разведать можно сразу, вот, и да, идет в разведку Люцифер пораньше, чтобы увидеть, что же Димага делает. Димага стандартно играет 17-й хата Гаскул, то есть можно также там лингов дозакать будет в какой-то момент. Вот, ну, тоже непонятно, закажет, не закажет. Я даже хз, ребят. Посмотрим. Про лингов или? Да, да, да. Ну, тут тоже гигантская рампа, но я думаю, Димага не будет, как бы. Хотя, не уверен. Мне кажется, что не будет два раза одинаково он действовать, как бы стараться. Вот. Ну, билд у тирана точно такой же, может, сейчас он увидит и. Не, подожди, сейчас у Люцифера другой немного билд почему-то. Ну, Рипер, по крайней мере, Рипер реактор выход, да, как бы. Предыдущий, да, у него был дроп Мариков, здесь же Рипер реактор. Ну и, да, и видимо, выход факта. Видимо, да, факта да. Будет, да, здесь как бы билд другой. То есть опенинг такой же, да, надо отметить. Да, билд другой, по сути дела. Вот. Начинается Рипер Харас. Ну, гелики, наверное, боится как раз таких тем. Да, забеганий. Но там позднее довольно-таки факта будет, поэтому не знаю, здесь опасно на самом деле. Просто... Димаг же, если будет пара гиллионов, он может и пару гиллионов окружить, грохнуть. То есть в этом плане. Но вообще в целом, да. То есть против Димаги, например, открываться через факту, мне кажется, более такая выгодная тема. Ну, не будем учитывать первую игру там прокси в хату, а потому что Димага очень любит лингов. Очень любит. То есть он роуч варин, конечно, ставит, но это скорее как вынужденная мера, а так вот именно. Так, Рипер на мейне здесь харасит. Сейчас минус дрона делает. Сейчас минус второго еще может сделать.
Да, то есть еще так потерял. И вот Гирион, а у Димаги сейчас пока дрона. Да, Димагу в этот раз не решил не делать маслингов, а просто поставил третью хату. Да, 7 есть собак. Строятся дроны, третья пошла. Ну, это правильно, получается, здесь выхода раннего не сделать будет. Ну, вот, например, например, Хелбат Пуш здесь мог бы зарешать, да, как бы, да. От Люцифера, но он не делает Хелбат Пушей никаких. Так, здесь боится очень Люцифер, он прям реально видно, что боится именно лингов, то есть даже боится к минеральной линии, это ближе к своей выйти, ну, да. Второй базе туда юнитами своими, чтобы подогнать. И что за дебильная, извиняюсь, стенка такая? Что, а, ну типа, что боялся на рампе на этой делать, как бы, ну не знаю. Что не успеет, да. Да, да. Ну, не знаю, надо было на рампе делать, мне кажется. То есть иногда просто тираны делают как, если они что-то боятся, они в ущерб как бы экономике. И то есть саплая, да, как бы с перебором будет, но они сразу депошек много ставят, там, как бы, и все, и, ну, и закрывают, например. Угу. Ну да, есть. Ну, то есть, получается, здесь он здесь поставил, а теперь депохи там начинает строить. Саплай блок какой-то нелепый получается. Короче, не очень такой расклад. Димаги уже крипа много. А что тут, что по лимну, кстати, у Димаги? 4, ё-моё, гелики-то могут эффективно заехать, если на пофиг поедет. Если заедет, да. Вот решится ли Люцифер, потому что... Нет, может, не решает, три короля его видит. Ну, и чё вот... А смысл заезжать на крип-то было даже? То есть, если бы были пленги, так и так бы словил бы. То есть, что-то поездил, купил здесь. Сейчас вот королеву вообще сбоку обошли, но все равно боится Люцифер въехать. А тут такое жарёшка могла бы случиться просто с рабочими. Да. Но это всегда, когда мы с Димагой тоже это обсуждали момент, там, просто Димаги, конечно, крип очень жесткий, но это вот билдордер Люцифера немного такой странный, то есть, потому что если ты играешь через быстрый газ в барак, рипера и факту, то у тебя раньше гелионы едут, и, ну, не будет такого крипа, и можно сделать просветку тирану, как раз когда 4 гелиона подъезжают, там, на натурал к зергу, и посмотреть, сколько лингов, то есть, uh-huh. И уже, ну, кстати, сейчас залетает и банша на натурал, на третью базу заезжают гелионы. Только банша стоит, ничего не делает, к сожалению, почему-то. Не хватает мультитаска здесь чуть-чуть. Ну да, и гелики как-то тут отдавались, все линги идеально на крипе ворвались. Контроль отсутствует просто. Хотя два выжили, смотрите, один дрон точно погибнет. Банша что-то тут... Банша сливается просто на королеве. Здесь уже королевы пришли в итоге везде. А не, баншу успел даже Люцифер увести, как ни... Не то, что как ни странно, но... Успел, спас. В общем-то. Да, но нет, молодец. Смысла на 8 хп и дистать. Да, надо вот именно через шифт, через верх, видимо, улететь просто. Здесь королевы не смогут ее поймать. Не надо даже пытаться ворываться сюда на эту базу. Просто домой увезти, вычинить ее, пригодится потом. Да. Полезный юнит. Там всегда пригодится. На мейн залетает банша, но Димага среагировал, спас дрона. Ну, вообще, этой баншу сейчас либо висеть где-то криптуморы подрезать, ну, потому что Димаги уже сейчас почти до центра. Хотя здесь вот встречает двух дронов подрезал. Может быть, сейчас еще третьего должен подрезать. Нет, не успевает. То есть, ну, вот так вот реально висеть где-то криптуморы подрезать. Потому что Димага, ну, уже до середины дошел, ну, офигеть. Да. Ну, вот две как раз банши вот здесь вот. Ну, тут нет смысла, вот, тем более, ближе к крипу ставить 8 хп баншой. Да, просканил просто. Что-то Люцифер, вывел вообще крип в тылу где-то, который вообще бесполезен. Все, минус банша, но это глупо. Это глупо, то есть в такой ситуации лучше две банши просто соединить, как бы, там, и летать ими, хоть крип убивать, хоть что-то делать. Здесь банша сейчас тоже инвиз кончится, Люцифер вспомнил, они и улетают. Пока лимита, кстати, даже больше у него, и третий ССХа прямо, и вот по грейдам единственное, опять же, отставание пошло. И армеры mm-hmm. не видно, как бы, и, ну, это плохо очень. Полетел дроп на четвертую базу, но в центре висит оверлорд, который все это сейчас будет прикрыть. Да, и, соответственно, Димага будет к этому плану готов. Там сразу линги выбегают. На третьей базе был разложен либератор, но он погибает на королевах и на спорке. И вот линги подбегают к четвертой своей базе. С беллингов. У беллингов как раз по катушке доделались. И контролит Люцифер, занимает хорошую позицию, но тут подходят королевы, беллинги, и Люцифер улетает. Люцифер добавляет вторую факту, то есть будут масс-минки, а Димага уже переходит в хайв, то есть он будет играть чисто на линга-королевах-беллингах,
С возможным потом добавлением, конечно, инфесторов. Да. Ну вот, опять же, да, посмотри, вроде все у Люцифера нормально, но это нормально, пока вот стоит он здесь. Вот. А что вот на второй базе, вот это за огрызок такой стенки перед эпохи? Закрой ты стенку нормально, хоть чем, депухами, я не знаю, чем угодно. Ну, просто тогда только с бейнами можно будет ворваться. А так вообще просто беги, не хочу, там линги забегут, все что угодно. Ну, самое опасное линги, понятно, они самые быстрые, как бы. 2-2 заказывает Люцифер. Так, лаба на факте, да. Здесь вроде вот на третий бункер есть, но его тоже желательно за стеночкой какой-то делать, да? Ну, на второй вот это вот тоже как бы тема. Вроде лимита больше, все больше, но забегание там 20 лингов может все перевернуть просто с ног на голову получается. Когда Люцифер пойдет вперед, причем, ну вот и 3 депохи ставят, и просто сзади. Сервидер активировал премиум на ваш канал. Серега, походу, у тебя подгорит скоро. Да вообще, ну если линги сейчас забегут, у меня точно подгорит. Если не забегут, то ладно, но все равно. Тимпак попер, димаг заходит, нужен сплит хоть. Так, о, хорошо, минки бомбанули, посмотри-ка так. И димагиами не осталось. Вообще не осталось, ну 50 лингов до заказа. Ну тут Люцифер идет, крип выбивает, даже чисто. Так, даже все, за скан не выбил. Еще парочку повыбивал. Ну нужно ли ему, вот куда он сейчас идет? Он видел верхнюю базу? Он давным-давно видел верхнюю базу, но он идет, не понять куда вообще. Крип пошатал, но часть крипа в Димане просто вниз там как бы пришло уже к Люциферу. Он там выбил, конечно, сверху. Ну, кстати, он освободился маршрут по диагонали к четвертой базе получается, да, как бы так можно в ту сторону двигаться ему. В центре на забег Димага. Ой, провальный контроль вообще. Не стимпачится, не сплитится, ничего не делает Люцифер сейчас. Королеву одну пытается забрать. Королеву заберет королеву, заберет криптумеры, который Димага здесь восстановил. Либераторов раскладывает. Чё, прям на вторую решил давить? Да, решил на вторую Люцифер давить. Мародеры их уже законковывают. Лимита больше, боевого больше. У Димага выходит ультралис кевер, но Бейлинга-то сейчас нету. И сейчас 2-2. Сзади будет забегание, Димага с двух сторон будет. Да. Короче, залез Люцифер в самую вот ужасную позицию, которую только можно придумать. В чем ее ужасность? В том, что прирост спереди и сзади, как бы, то есть, и он сам себя в окружение загнал. Ну то да, есть, тяжело вообще. Если бы он давил бы, как бы, получается, на четвертую вот эту верхнюю базу, то Димага только в центре, вот здесь сейчас Люцифер стоит, мог бы его перехватывать. Ну все, да. Все, как бы. Ну, с тыла мог бы заходить, но Люцифер бы видел прирост, там, отдавался прирост, но он видел бы, по крайней мере, то есть он мог назад отступать просто немножечко. Так, здесь 2 либератора залетают на дальнюю базу, либераторы живут, пока отходят назад Люцифер. Ну, кстати, прям, блин, Люцифер молодец, тут ничего не скажешь, четвертый уже, то есть и макро вроде как отыгрывает, и... Ну так-то да, развивается так потихоньку, но там уже есть ультрал и грейды 3-3 делают у Димаги, в то время как у Люцифера пока не заказан. Уникальный армор, да, и тут как бы одно био, 2 тула. Чаль, хватит. Ну, Люцифер продолжает давить здесь потихоньку, ловит здесь 2 королевы сейчас в центре. Но вот именно, конечно, вот это направление, не знаю, почему Люцифер именно здесь решает, что это самое важное. Я вообще не знаю, да, почему он именно сюда идет. Почему не ниже, вот это странно, да, то есть там вместе с либераторами. Там узкое пространство, может он его боится, тут ультралы поперли как бы. Ну вот ультралов увидел, может отступить, 3-3 делается. Ё-моё, зашел, блин, вообще не реагирует вовремя совсем Люцифер. Сливает все напрочь, вообще как бы биосы, либо сравнялись. Так. Дроп чемодана полетел на четвертую базу. Иди вон. От Люцифера. Ну, в общем, Люциферу сейчас не хватает, конечно, армии. Пятую базу он заказывает, ЦТ-шку. Но Димага в целом контролирует. То есть в некоторых моментах было такое ощущение, что Люцифер вроде бы продавливает, но у Димаги хорошая экономика. У него, то есть, получается, уже в сумме 5 баз. Все, я здесь извиняюсь. Пытается Люцифер пятую базу выбить, но не здесь... Подбегает Димага, на мэне спорка стоит, ловит. Медивак падает, сейчас второй, короче, начался провальный. А, не, вот тут Тор, смотрю, не совсем не провально. Тут раскладывают рабов прямо с ваншота просто. 9-10 уже юнитов убито. Это факт, сейчас еще и хату может минуснуть попробует Люцифер Димаги. Так, здесь прогрызалка идет. Так. Не, ну хату-то не заминусует, судя по всему. Но Люцифер его еще увел, смотрите-ка, прям.
по красоте вообще. Нет, Тор этот хорошо зашел. 70 рабов что-то у Люцифера не меньше, чем у Димаги вообще. Да, то есть в макро, может быть, в самую позднюю стадию сейчас выйдут. Как раз вроде бы есть Fusion Core, то есть дальность для Либератора собирается делать Люцифер. Но у Димаги сейчас будет делать грейды 3-3, и вот Димага может перейти. Ох, внизу немного крипту, можно да. подрезать, не хватило просветки. То есть вот теперь Люцифер должен обороняться. А один скан на, одно, на один криптумор потратил Люцифер снизу, получается. Да. Да, чуть-чуть не хватило. Ну, то есть поторопился. На еще один скан, на еще один криптумор потратил Люцифер. Блин, не, ну сейчас он уже вроде два убил. Более поздно. Просто самое главное... А, ну вот сейчас появился новый, он его хоть здесь подрезал. Так, нужно отступить. Вот Либератор рядом, нахрен ты дерешься-то так криво, блин. Дроп на мейн там пытался. На мейн, у Димаги что-то везде просто, все на патруле. Но Люциферу десепу-то не хватает, он куда-то прет, в общем-то. Бездарно отдавал дропов сейчас в никуда, что я называю, как бы. То есть, стоя на месте, эффективность бы была больше. То есть, стремление вот это захарасить, как бы, приводит к таким. Вот. Ну, у Димаги, кстати, пока нет шестой базы. У него, кстати, как будто бы криптумор ему не мешает там вот в центре базу поставить. Но Димага вот как раз таки с реверджерами, с ультралами наваливается. И здесь, походу, планетарку грохнет. Хотя Либераторы, конечно, подлетели, но планетарка... Да, ну что тут ультралов много, отменил планетарки грейд, кстати, отошел, но тут... Ой, реведжеры! Фаербулы, правда, по себе там, а Димаги даже попадают. Рейндж Либератором еще не готов. Сзади есть Либератор с минкой один у Люцифера. ССЧка вроде как отлетает, 170 на 120. Хоть у Димаги и лимит, но можно или с Люциферу продержаться некоторое время. Можно, можно здесь попытаться еще нормально все сделать. Так, Либератор разложен. Очень узкое пространство, лезть Димага сейчас. Либераторы нормально бомбят, два ультрала слилось сейчас. Да, то есть в сумме здесь три уже ультрала погибает. И Люцифер, самое главное, он видел, что нет у Димаги шестой базы. То есть вот пятая база, которая сейчас стоит у Люцифера, они начинают играть 5 в 5. И у Люцифера есть Либераторы, конечно же, сейчас пока вроде бы еще без дальности. А, уже с дальностью Либераторы. То есть, Либераторы уже с дальностью, но... Шпиль у Димаги, не знаю, видел ли Люцифер. Кстати, у Димаги газа нет, то есть вот если сейчас он сольет эту армию, ему дальше очень тяжело будет вообще биться, как бы, Димаги. То есть если Люцифер сыграет сейчас от обороны спокойно, спокойно абсолютно, то у него нормально все будет. Ну, так, да, КСМ-ка да. чинит сейчас там, КСМ-ка чинит этот... Планетарку? Планетарку, да. Вот, она будет вычинена. Вот сейчас, чтобы стационарная оборона была успешной, нужно напилить туреты. Как бы. То есть, если корабторы и будут, полетят, наверху да. Наверху Либератор там, ну ладно, уже все. Да-да-да, опа, минус. Ага, он даже с ренжом достал Димага. Ну там, да, как бы там. Вот, кстати, Димага грамотно делает. Тут на мейне, обратите внимание, зерги, как бы, не стесняется, что, как бы, поставил стационарную оборону, лингов на патруле. Тут уже надо реально большой дроп, чтобы взломать эту оборону. Так, налом на планетарку, Либератор только один разложен, два вообще тут что-то тупят, как бы. Димага идет дальше, здесь три Либератора, ГОСТ уже есть, снайперит ГОСТ. Видите, ультралы сливаются, еще плюс Эфер бы бил бы, контролил бы в 2016 бы просто. Ну, кстати, смотрите, лимит-то какой стал. Ну, экономика сейчас у Люцифера, к сожалению, экономика, сильно просела. Ну, просела, ну, смотри, у него здесь огрызки остались, сверху база еще, туда мулов накидал сейчас, как бы, немножечко. А, хотя, погоди, есть мулы-то? Нет, что-то никуда нету мулов, накидает. 33 на 170. Димага так базу новую-то и не берет. Куда? А что Люцифер, куда он пошел-то, я еще не понимаю. Просто крип, может быть, подрезать, но... Все, что здесь ему надо, это строить медивак, сейчас сидеть на попе ровно, что называется. Ну, да, да. Либератор опять наверху сейчас разложится. А есть у Димаги реведжеры? У Димаги реведжеров... А, есть в центре реведжеры. Люцифер куда-то лезет, я не пойму, куда он. Био полудохлое все. Так, ЦЦХ летит, это с мейна, да. Ну, все нормально, просто увести био, из, ну, чтобы оно не танковало красные вот эти юниты. Да, но общий лимит сейчас, если Люцифер дотянет до 200, то у него есть шанс. У него ты... уже как бы, ну, у него... Так, ну вот, пожалуйста. Био куда-то лезет, куда ходит вообще. Сканов нету, ничего нету. А вот тут медиваки первые вылетели, вылечатся. Сейчас нужно Люциферу как бы кидать мулов, газ есть, то есть минералы добывать и просто... На натурал линги бегут. Да, вот, пожалуйста, стенки нет. Ну, хотя на такой стадии даже со стенкой, ну, не успеваешь, бывает, духовки да. закрыть, но... Все равно, смотрите, просто забежало несколько лингов, здесь два Марика, ГОСТ.
госты без инвиза. Ну, гост нормально, он двух ударов лингов убивает, как бы, поэтому гост и спас положение. Специалист. Призрак, короче. Где-то кто-то грызет. Газ грызет линк. Я слышу звук, как бы не вижу, где грызет. Ну, натурально, тоже там. Да-да-да, газ, гост разобрался. Все, грызет этот лингаз. И грызет, и загорелся газ уже, короче, да. Ну, либератором вторая атака, тем не менее, как бы, лимит у Люцифера есть такой более-менее вменяемый, да, боевой. Сейчас с туретками, кстати, тогда димаги будет очень сложно пробивать это. Самый прикол, что Люцифер может, как бы, сейчас особо никуда не лезть. То есть он застолбил вот эту базу. У него под, ну, под влиянием его находится и верхняя, как бы, то есть ему просто посидеть 200, построить и стационарно занять верхнюю, вот эту нижнюю, где камни, как бы, не давать. И в итоге битва будет просто на поделенной карте идти. Ну, готов ли Люцифер с димагой сражаться 200-200, как бы, там, с запасом ресурсов, с закупками, там, и т.д. Да, так, будет сложно. Вот Люцифер додумался, что надо туретчик строить все-таки перед юнитами своими. Да, он, кажется, делить собрался уже. Все это дело. Димаг опять делать забегание, но Люцифер это заметил. Да, заметил. Димаг бежит на мой просто. Ё-моё, какой стим там, блин, жесткий. Все получили много демажа. Так, ну лингов вообще в хлам, Димага сливает всех. Так, здесь какой-то выход, врыв мародеров сверху. Так давай в хату, Люцифер, ну куда ты Нипстер в хату? Нипстер активировал премиум на ваш канал. Все, убьет же, да, хату. Да, ну это, блин, оклик, короче, просто. А вот хата-то дохлая, куда-то бьет ну, спорку, че ты делаешь-то, тормозила ты, ёма, в одну, во вторую, блин, кнопки жми. Тяжело ему пошли, да, в центре еще выходит. Говорит пословица, блин, старкрафтовская. Да, ну тут, конечно, тут нервы, понятно, Люцифер молодой игрок. Волнение присутствует определенное, но вот если... Хотя нет, забегания такие иногда надо делать, но получается, вот такие забегания лучше не делать вообще. То есть хату выбил бы, да, что там, димаги 300 восстанавливать, да, тут кончились ресурсы, но приток газа, например, снизится. Ну, да. А сейчас газ очень важен димаги. Ну да, там у него запас минералов есть, но если он сольет эту армию, ему очень тяжело дальше будет. Что, давайте посмотрим, есть у димаги. 6 ультралов, 20 корапторов, нифига себе. Лингов немного, 5 реводжеров. Ну тут 6 либераторов, 4 гаста, вот против ультрала корапторовый микс, как бы стал. Особенно против корапторов особо ничего нет у Люцифера, кроме минок и, да, туреточек. Но минки неплохо жахнули, кстати, пошел на лом, гасты снайперят. Ну димага как-то идет прямо плотно так вперед и, да, смял Диман, короче, Люцифера в итоге. Выманивает под либераторов, конечно. Ну, тут с двух залпов еще реводжерами. Точнее, двух одновременно убил. Люцифер пишет, одержался. Это хорошо. Да, неплохо, очень даже неплохо. Ну что, счет 2-1 просто димагия. Это может быть уже еще последняя игра для димаги на сегодня. Если он побеждает, он выходит, соответственно, с первого места. Дима там с банками на спине играет. Откуда такая информация? Кукушка. Ну не хватает, конечно, это все-таки напряжение, ребят, не забывайте, да, что все-таки Люцифер, да, ошибается, но в целом против димаги держаться. Причем в матче Венеров, то есть все, да, если он побеждает. В матче Венеров. Короче, ребят, напоминаю вам, что вы можете поддержать данный турнир, вот, призовым фондом. Ну и наши каналы поддерживать не забывайте. Блоки, премиумы, там, по реквизитам описания, через плеер, все дела. Кто-то не жмет готовность, не знаю кто. А там Димага просто написал, что на ФК 2 минуты. А, понял. Стоит. Егорчик, привет, ребят, всем привет, кто только присоединился, сейчас смотрим турнир ГГ года,
играют Люцифер против Димаги в матче Виноров за выход с первого места из группы. А вот в Decider матче их уже ждет Стрэндж. Соответственно, проигравший будет играть с ним. Да. И это не очень такой хороший оппонент. Да, точно неприятный. Для проигравшего, да. Причем для любого, я думаю. То есть неважно, что Люцифер победил, но... Может быть, конечно, Люцифер знает ключик к Стрэнджу, там, подготовился так хорошо, но... Просто у Стрэнджа большой опыт, он может изменить свои билдорды, то есть вот за это время, пока у него сейчас есть перерыв, он может проанализировать реплеи и как-то, может быть, законтрить Люцифера. А может быть, Люцифер еще заготовил под Стрэнджа еще какие-то стратегии. Ладно. Так, карта чаще. И сразу выставляю счет, чтобы не забыть. О, что это такое? Что случилось? Знаешь, я когда нажимаю Ctrl-Tilde, у меня только подсвечивается с красным цветом экран. И тут, видимо, команда должна, наверное, высвечиваться. Я не знаю, то есть... Ну, это вот VCS новый оверлей. Такая необычная тема, ну ладно. Я просто еще в этом плане не разобрался. Так что сейчас посмотрю, что это такое, как это называется. Там же в описании есть вроде клавиши. Ну-ка еще раз я что-то... Ну, покажи. В общем, смотри, я когда нажимаю Ctrl плюс тильду, у меня внизу экрана появляется какая-то такая менюшка, где панелька, где, видимо, что-то должно было быть написано. А еще подсвечивается цветом красным. Но это, я не знаю, это не... активировал премиум на ваш канал. Понял. Слушай, а у тебя обычный геймхартовский тоже? ВЦС? Не, ВЦС. Вот это, знаешь, вот последний 3-0 вес. У тебя другой. Да. Чуть-чуть. В CS, да, там есть, короче, выдвижные, там несколько панелей есть выдвижных, я помню, пробовал его, короче, ну, как-то геймхартовский попривычнее, да и, ну, как мне кажется, попроще там все сделано, что ли. Так, а то сейчас, видишь, это просто вот раньше был версия 2.4, а сейчас же с последним патчем, вот этим большим, они вроде взяли как 3.0, и теперь как лучше стало там, ну, мне, по крайней мере, стало удобнее стримить, поэтому не стал геймхарт устанавливать. Ну ладно, здесь не суть. У нас, в общем, Люцифер играет через стандартный газ, барак газ, Димага играет, соответственно, через хату, Люцифер делает разведку рабом, и куда-то рабочий там поехал вообще дальше, видимо, он хочет увидеть, сколько газа. Может быть, с таким расчетом, что посмотреть, есть ли вообще газ или нет, потому что, может быть, Димаг избрал такой стиль, когда играют без газа сразу в три хаты, например. Но нет, Димага все поставил. И Люцифер опять делает газ, опять делает реактор. То есть, такой вот поздняя факторка. Интересный вообще билд. А Рипер уже летит вперед. Сейчас будет харасить. Так, надо это написать вот так. Так, здесь 6 лингов встречает Рипера. Минус один линг. Хорошая гранатка от Люцифера. Большинство лингов пробито, но Рипер тоже раненый. Но ему надо восстановить, конечно, ХП. Неплохо гранатку откинул, еще королеву задел. Главное сейчас не отдавать пока Рипера, пусть регенится он. Вот. Да, еще пригодится. Еще пригодится для разведки, да и как бы... Ну, тут не дропчик, тут через факту Люцифер опять же играет. Не получилось первый раз сыграть Марика, собственно, передроп, и в итоге... В итоге и не играет он больше такой билд. Хотя, как мне кажется, могло бы получиться. Здесь же тоже очень широкая получается вырыхнутая база. Желательно стенку делать пораньше. Старпорт пошел, будет лава, видимо, сейчас под старпорт. Здесь есть куда Риперу улететь. Наверх он уходит. Люцифер очень долго думал, прежде чем куда-то там спрыгнуть или что-то сделать. Чуть прыгает туда-сюда. Здесь тоже можно спрыгнуть, но... Медведев Дмитрий активировал премиум на ваш канал. Еще отстреливается. Пытается уйти. Но надо просто вовремя реагировать. То есть долго стоял на ксилнаге, заметил поздно. Если бы вовремя заметил, просто улетел на ХГ, прыгнул и улетел, и все. Было бы так. Батл Гирион пуш идет от Люцифера.
Но Рипер, конечно, в таком пуше он важный довольно-таки юнит, там выкидывать всяких королев, расталкивать, тоже очень хорошая тема. Но будет ли к этому готов Демага? У Демага вообще-то есть уже две... С Хеллбат пуш, ну, саплай блок, пожалуйста. Вот сейчас могло бы быть 6 там геликов, да, как бы. Вот. Ну, короче, могло бы быть больше в этом рейве реально геликов сейчас. Какая-то ЦЦшка, вот, смотри, она же настолько криво заказана. Она и справа не блочит, как бы, ничего. И слева, и слева. Ну да. Что вот странно, как вот такие, просто, блин. Чё за вообще? Как можно так делать? Я просто не понимаю. Блин. Ну, чуть-чуть. Ну, здание, блин, здание чёртово поставить ровно. Так, ну, кстати, Хеллбат пуш. Демаги Бэллинг Нес будет. Тут 4 королевы. Ну, долго выходит. То есть этот мог Хеллбат пуш секунд на 20 раньше идти, потому что, ну, там было где-то как раз саплай блок столько времени. Хеллбата заходит, марики дропаются. Не, нельзя медивак поставлять сейчас. Так, Димага идет вперед. Королев реально много. Ждет, пытается Хеллбатами нажечь. Люцифер видит Беллингов. Сплита нету, нифига нету. Как бы Хеллбаты отдаются. Медивак минус, марики минус. Провальный Хеллбат. Еще забежали Ленгин внутри. Да, этот Ленгин. Я это вообще не заметил. Да, тут чуть ли не двукратное преимущество по лимиту. Две базы тирана. Третий, конечно, сошел. Вот-вот. Просто можно было цеху поставить одну депошечку. В итоге да. Цеха криво стоит. Депошечка одна всего разложена. Здесь надо вычинивать. Здесь вычинится, конечно, Люцифер. Либерат-то быстро там по лингу минус делает. Ну, в целом, конечно, сейчас по рабам еще небольшое отставание. По грейдам, конечно, будет отставание, опять же, да, уже какой раз. Да, уже какую игру по грейдам отставание. Причем здесь только одна инженерка делается на мейне, получается. Эти армори есть после Хеллбатпуша, можно там 1-1, 2-2 быстренько делать. Да, здесь. Ну, в общем, сейчас Люцифер от обороны играет, полетел либератором на мейн, это к Димаге. Но у Димаги здесь три королевы, спорка есть еще, и сможет ли вообще Люцифер что-то там сделать? Не, он решил, видимо, улететь. Подрежет Оверлорда, Димага среагировал, подводит Оверлорда, и, похоже, Оверлорд все-таки выживет. Очень ранее идет дальность либератором у Люцифера. То есть, видимо... Он хочет как-то вот с этими либераторами давить. Потому что не добавляется вообще 4-5 барак пока. Часть лингов забежала, но здесь марики встретили. Ну, в целом, да, в целом. Нормально. Остается непонятная, в общем-то, стенка. Вот. Ну, ее, да, все-таки надо закончить, конечно, желательно. Ну, может быть, Люцифер все-таки перенервничал, так не может собраться до конца. Ну, видимо, да. Ну, Димаги, кстати, так отчасти против либераторов готов. У него на каждой базе есть спорки, и тут карта не очень удобная для того, чтобы... То есть эти либераторы, скорее всего, будут даже не для Хараса, а для пуша. Ну, но да. Просто либераторы решают в дальности, извини, что я Серега договорю, когда Зерк играет в роучи реводжеров. То есть, когда линги-беллинги, здесь получается, тебе только если какую-то позицию очень хорошо занять, но если ты занимаешь хорошую позицию с либератором, с пехотой, то Димага просто идет в контратаку и все нафиг сметает. Но с другой стороны, вот я сейчас подумал, ты, Гриш, а на обороне как бы либераторы наоборот будут больше решать против линга-беллинга, в смысле в атаке. То есть, с рейнджом поставил между 4-й и 3-й базой, реводжеров нету. Например, видишь, у него сейчас просто из-за того, что Аранни идет, то есть технология, у него просто он по земле ему будет тяжело подойти. То есть он по количеству. Нет, должен вот просто с ренжом завести между вот в районе 5 часов, короче, ну, между 6 и 4. На 4 и на 3 просто. В смысле, 3 и 4. Угу. Разложить. Один минерал цепляло, и все, как бы там королевы не достанут, стопудово, как бы. Так, Люцифер только один медивак умеет засаживать быстро. Кто во втором? Марики сидели, извините, не везет. Вот. Либератор, кстати, как раз пролетел между 3 и 4, сейчас пока висит. Но их было два, то есть один из них только пролетел. Дроп на медивак. Дроп на медивак на мейн. Но здесь королева встречает, медивак улетает. Димага на третью идет, где не в бункере, нигде юнитов нет. Просто марики успели, конечно, прийти сюда. Симпачится Люцифер, КСМ-ки отводятся, беллинги падают, бункер пытается скрыть из Димага. Бункер-то вскроет, ну так, беллинги подошли, ну, кстати, нормально отбивается Люцифер, лимита даже больше у него осталось, что... Но...
Видел, что сейчас? Нет, а что? Тут Челицифер гнался на Муви за лингами, и он сам своими мариками беллингов догнал и в них вбежал, короче, просто. И они взорвались идеально там на мариков 8, наверное, короче. Забрали сейчас это было. Опять на третью базу забегание. Опять какие-то бегания. Вот. Ну вот это называется отсутствие опыта просто, отсутствие уровня игры. То есть бежит на Муви Люцифер и просто решил, что ему вот почему-то здесь сейчас... Хотя смотри, на мейн, ну не все марики разгрузились, как бы лингов слишком много. Вот какие были вообще причины, чтобы ему прям скрипа грузиться, когда демага видит, лететь на мейн? Ну никаких абсолютно. Просто ему третью нахарасили. Причем рабочих дофига сейчас до сих пор. Стенки нету на второй базе. Здесь тоже забегания могут решать. На третьей стабилизировать. Кинь дропы. Просто посидеть спокойно, выйти в центр, почистить крип. Он, Люцифер, вот как мне видится, это он просто боится как бы с демагой драться в лоб. Все. Хотя у него это нормально вполне получается. И по лимиту он совсем не отстает как бы, вообще ни в одной из игр. Вот. Но он именно пытается какой-то хитрый там дроп сделать, что-то вообще непонятное такое, и у него не получается никаких хитрых дропов сделать. Беллинги на натурал сейчас, там и на третью забегание идет. Беллинги, кстати, на натурале отбиваются, при этом Люцифер раскладывает либераторов на четвертую к демаге, там частично, но вот на третий, конечно, здесь. Опять забегание, опять линги беллинги, линги врываются, так, минки закапываются, чуть выкапываются. Здесь везде либераторы, марики дома есть, блядь. Ой, как больно. Хорошо в марику, Дима. Чеп активировал премиум на ваш канал. Какие-то непонятные дропы. Причем дропается тут Люцифер, он видит, что у него крип прямо рядом со второй, получается, базовый вот здесь его. А он куда-то вглубь летит, там что-то пытается задропать как-то вообще не... Что, аре-матч? Люцифер, да, Люцифер Стрэндж, матч-реванш. Сможет ли Люцифер побиться так же удачно, как... Так, короче, ребят, ну да ладно, голосовалку, получается, запилим на группу после этой игры. Но я просто хочу как бы сделать это, ну, чтобы в записи было, да, в этой. То есть придется с задержкой делать это все. Вот. Правильно, правильно, Серег, ну ты помнишь, да, А на Б, А на Б, там все нормально, то есть как бы все по-четкому, как раз задержка, видишь результаты, меняешь это и все. Как бы бумажки и поехали. Так, ну что, поздравляем Димагу с победой, первое место, хорош. Да, да. Ну и вот, получается, теоретически... И ты можешь на Димагу попасть, да, как бы? Да, да. То есть либо на Димагу, либо на Кр, либо на Гру, на Гуру. Да, да, да. Вандер, привет. Ну, вообще, если на Димагу попаду, это, конечно, ну, не хотелось бы, потому что все-таки с Димагой мы там периодически катаем кастомки. Вот я с кастом бы не хотел играть, и с Димагой. То есть все остальные там по барабану. На самом деле. Ну, на кас ты. А, на кас, кас. Ну, на кас я да, не могу попасть, потому что мы. И там, и там второе место. Но все равно я имею в виду, знаешь, то есть если бы так... То есть вот для меня идеально было бы все-таки А на Б. Я думаю, это все. То есть получается, Кас бы был далеко от меня. Там, может быть, и Димага тоже далеко от меня. И все. И понеслась там против Гуру, против Кыр. Нормально, нормально. Но это... Это, конечно. Ладно, сейчас я надеюсь, в общем... Так, у них первая карта Эхо. Вторая Авергроув. То есть чаще. Третья сейчас будет от Люцифера. Так, Люцифер пока думает, какую карту. Так, пацаны, давайте, короче, так. Я сейчас, короче... Точнее, не я сейчас. Кто-нибудь запилит голосовалку на победу на этой группы, как этого матча, как обычно. Вот. Вы проголосуете там по фану, как бы посмотрим, за кого вы болеете, кто, по вашему мнению, победит. Вот. И в итоге... Я после этого сразу же запилю голосовалку, просто 4 цвета туда вставлю в эту голосовалочку. Первое место будет, ну, по голосованию на четвертое попадать цвета эти, и так и группа определяться. Да, хорошая тема. Так, пацаны, я вам обещал сегодня с утренника показать.
Вот это с утренника. Фотографии. Вот он я на первом утреннике и Маша. Как прошел утренник? Слушай, весело. Ну, Маша, дочка наша, как бы она вообще, ну, там репетиции было, не было ни разу, ну, так, не растерялась, что-то танцевала даже там. Ну, там, первый раз для них это вообще как бы стресс. Угу, ну, да. Я прям удивился. Прикольно, молодец. А подожди, стихи там что-то такое рассказывали или пока ну, нет? Ну, некоторые рассказывали, мы просто много болели, как бы, получается, вот, в этом месяце, как бы, и, ну, то есть, ну, там, репетиции не было, поэтому Маша ничего не рассказывала, вот. Ну, в любом случае, все нормально прошло, такие дела. Что-то сейчас видео вспомнил, где, знаешь, показывали тоже с утренника, как какой-то папа снимал видео, и там только воспитательница в камере. А, я понял, причем филейная часть там что-то. Там какой-то папа, да, такой. Молодец, снял утренник. Ну, потом, наверное, было ему предъява дома, по-любому. Так, ну пока по игре, в общем, оба игрока играют то же самое, что они делали и в первой серии. Здесь, соответственно, идет барак газ, а Стрэндж активировал премиум на ваш канал. Nexus. Оба делают разведку. Тут теперь, соответственно, будет играть через Рипера в реактор. Но вот Стрэндж, скорее всего, может быть, Стрэндж что-то такое изменит все-таки, то есть сделает, например, Старгейт или может каких-то дарков. Да, наверняка, быть... наверняка, потому что Стрэндж умеет и через Старгейт сыграть, и... Просто как бы получается в макро, там вот когда вот эти пуши шли от Люцифера, ну как-то слишком жестко для Стрэнджа они вообще оборачивались. Такое ощущение, что к ним Стрэндж все-таки, может быть, сейчас то, что практики не хватает, чуть-чуть не готов. Но в целом, конечно, вот. И получается, если сейчас Стрэндж сделает абсолютно то же самое, и Люцифер сделает абсолютно то же самое, хотя, кстати, на этой карте в предыдущий раз победил Стрэндж, но тогда очень хорошо залетела призма. То есть отвлекла, вот, а в этот раз здесь, может быть, все пойдет по-другому, и Люцифер уже примет, например, призму, то есть будет к этому готов. Потому что, кстати, Стрэндж каждый раз в каждой игре как только Люцифер начинает делать выход, залетает призмой. Вот, то есть против Стрэнджа это надо как бы вообще очень сильно учитывать. Ну и, соответственно, как-то контрить. Это точно. Да. Так, нет, что-то на чатик отвлекся. Да, Крипер пролетел, здесь немного посмотрел, гранатка откинул адепта. Опа, Крипер! Блин, как риф, да? Адепт вообще плечом вартанул Рипера, не дал ему спрыгнуть вниз. Это прикольно было, реально. Микромомент. Молодец, Стрэндж. Читер. Да. Очень четко, причем видно было, что целенаправленно он вот в это углубление, как бы, иллюзия летел и понимал, что может вытащить. Как... Вот. Да. Так, прикольно. Паша, Паша говорил, да, видимо, про это. Как бы. Про что? А, да, да. Ну, вот про видео, которое ты говорил. А. Да. Известная тема такая. Ну, в общем, сейчас пока Стрэндж играет. А, Стрэндж собирается делать пуш с призмой. То есть он сразу делает довольно-таки раннюю призму. Он решил изменить свой билд. Как раз таки здесь нет раннего апса. А вот идет такой ранний пуш. Это, кстати, в стиле Зеста. Зест очень любил это делать против Бьяна. Я помню, даже несколько раз на кейс-пэкапе вроде даже это происходило. И тут как раз у Тирана могут быть проблемы. То есть и у Навешина тоже в последнее время с этим не очень все хорошо. Вот именно с этой призмой. То есть она так залетает. Да, сталкер под пуш, типа, получается. Ну да, то есть призма, получается, там, знаешь, залетает, типа, немного вроде юнитов. Хотя, кстати, хорошо, что юниты другие их юнитов не взял с собой Стрэндж. А нет, взял, все. То есть он идет как раз-таки вот в этот опасный пуш. Ну, то есть тут можно прилететь на мейн 3 адепта, еще варпануть, КСМ-ками тяжело выбить, получается, как бы. То есть Тирану нужно ожидать его, как бы, в правильном направлении обороняться. Вот. Да. Ну, кстати, если Тиран сейчас грамотно выгрузится, допустим, мариками где-то,
Хотя на мейне Мазеркор, ну, на второй базе можно было все один пилон. Здесь минка есть. Ну, вот не знаю, то есть здесь, конечно, лифт на мейн можно сделать, но, по-моему, все это элементарно контрит бункер, как бы в лоб, по крайней мере, врыв вот этот. Ну, в лоб, да, больно. Ну, по крайней мере, бункер заставляет именно делать лифт в итоге в перспективе. То есть время выигрывает. Да. Да. В итоге залетает здесь Стрэндж, Люцифер что-то КСМ-ками бой принимает, а толку-то что здесь оверчаш, это похоже на 1-0 в пользу Стрэндж уже сразу же. Хотя не Мазеркор, смотрите, выпиливает Люцифер здесь. И на второй базе можно спокойно здесь рабов пилить, получается. Но слишком что-то много боевого процесса лимита. Очень много боевого процесса лимита. Так, дроп Мариков. А что он забавился? Зачем он увез-то, я что-то не понимаю. Да, чуть-чуть испугался, видимо. Как вообще просто я в шоке. Я просто в шоке, короче. От таких тем, ну. Медивак лечит. 6 мариков раскладывает пробок. Нет, надо залезть и как бы передропнуться. Ну вот это непонимание абсолютной ситуации. Хотя, с другой стороны, да. Нужно очень много было сделать этому медиваку. То есть ему нужно было и вторую, и мейн как-то минуснуть. А там, получается, отбиться будет очень тяжело. Да. То есть и нет танка, то есть танк там только выходил, но там уже на мейне были сталкеры, как бы, ну, в общем, получается, хороший контрбилд сделал Стрэндж. И вот успеет ли Люцифер здесь уже, то есть если у Стрэнджа было время на то, чтобы посмотреть реплей, проанализировать, то вот у Люцифера нет этого времени, и, соответственно, он должен сейчас уже сразу после игры. Да, да. Как-то менять свои новости. Не, ну некоторые наглецы, как бы, бывают. После игры репку там смотрят быстро, допустим, да, как бы, ну, в онлайн это не законтришь, потому что что там, как бы. Ну да. Вот это на лане можно, да, такие правила устанавливать. Короче, голосовалка, ребят. Стрэндж 46%, Люцифер 1, за красивую игру 25%, упырей 19%. Такой расклад. Вот, поехали. Вторая игра, Стрэндж против Люцифера. Ну и все, я сейчас спиливаю тогда голосовалку на группу, в общем-то. Люцифер опять же играет через стандартный барак газ. Так, вот сейчас секунду. Макью за поддержку. Так, ребята, всем спасибо. Ну, похоже, что, в общем, Люцифер не будет пока на начальных. Ну, что ему самое главное поменять? Это, конечно, добавить бункер и постараться пораньше сделать танк. То есть, как-то вот в таком духе. И дроп должен идти не Маркехов, а активировал премиум на ваш канал. В таком духе тогда, получается, Марики дома, они выступают как в роли щита. Но на самом деле, Марики имеют очень хороший ДПС. То есть и против сталкеров, и против зилотов, они вообще универсальный такой юнит. Вот. И они могут помочь вместе с рабочими, например, отбиваться от сталкеров. Когда Люцифер забирает мариков, у него получается дома как бы пробел в этом плане очень большой. И сложнее отбивать все. Ну, посмотрим, может быть, конечно, Стрэндж не будет сейчас пушить в этот раз. Люцифер видел, что здесь есть экспанд. То есть сразу возвращается. Ух, кстати, как интересно, Стрэндж ставит второй пилон. То есть Люцифер заехал на хайграунд, посмотрел, да, что можно запрыгнуть рипером в будущем. А там пилон сейчас как раз-таки поставился. И когда Мавершип Кор выйдет, то может быть так получится ситуация, хотя Мавершип Кор еще пока не заказан. Может быть, вообще-то и не успеет протас. То есть если Мавершип Кор построится, хотя он по ходу дела все-таки построится, да, и Рипер, если будет запрыгивать наверх, то, соответственно, Photon Overcharge и Рипер, до свидания. То есть он вообще ничего не разведает. Получается такой неудачный тайминг для Люцифера, потому что он-то вот будет думать, что наверху ничего его не встретит. Хотя нет, он заходит на натурал. И вот сейчас прыгает наверх, как раз-таки на пилон, но Стрэндж не реагирует. И Photon Overcharge не был поставлен, а мог он сбить. Так, ребят, прошу прощения. Вот, отвлеку Пашу, немножечко перебью. Создал голосовалку, в общем, первый цвет на четвертый, второй на третий по популярности попадет. В общем, красный, синий, зеленый, белый. Голосуйте в чатике у меня.
То есть небольшой интерактивчик, как вы проголосуете, так группы друг на друга и попадут, так прикольнее, чем я сам просто из шапки вытащу будет, как бы. Вот. Но, как бы, я уже даже сам не помню, какой под каким цветом, да и неважно, какая разница. То есть, даже если я буду знать, то есть мне просто показать вам вебку бумажки нужно будет, все. Ну вот. Да. Встреча опять тот же самый билд вообще делает, абсолютно тот же самый, он сейчас даже пробок не строит. Да, он заказал да, гейты. Да. Ну и как-то Люцифер тут будет готов, и, кстати, ну с иконщиком там попроще будет, да, отбиваться. То есть, да. Конечно, слабину почувствовал, получается, Люцифера. Ну да, это такая, знаешь, вот контра именно к билдордерам, потому что Люцифер играл все три билда одно и то же, то есть все предыдущие серии, все три игры. Вот, поэтому здесь вот пытается этим воспользоваться Стрэндж. На самом деле сейчас идет какой-то небольшой выход от Люцифера, но не знаю, может быть, я надеюсь, что он только Зелнагу, потому что если он дальше пойдет, не, ну, то кстати, проблем... почему нет? Смотри, тут сколько? 7 мариков, 8 даже, да? Плюс циклон, плюс сейчас медивак полетит. Тут сейчас... даже если Стрэндж до варп сделает, через он... Зелнагу а летит. Тут может Стрэндж, да, прямо. Видит Люцифер, что варпчик идет здесь. Блин, ну тут только нельзя циклона подставлять. Циклона нельзя подставлять, чтобы он танковал. Что ж ты делаешь-то, ё-моё. Какой ужасный контроль, это просто жесть, а. Ну неужели не поменять местами просто циклона с мариками? Я вот этого понятия не имею, вообще не могу понять таких моментов никак. Так, танчик есть. Нужно вычинить медивак, танчик в сиш. Да, и все нормально здесь у Люцифера. В этот раз бункер поставил, смотрите, Люцифер да, тоже у нас грамотно. Действует грамотно даже. Даже. Как будто это невозможно, я так говорю. Это, ребята, Люцифер действует грамотно, и это возможно. Нужно отметить. Так, сразу же Робо Бэй у Стрэнджа пошел. Но если бы он сейчас на Ксилнаге просто циклона поменял местами с мариками, он бы там просто заполевал бы все. Так, залетает призма на мейн. Здесь 4 сталкера. Начинает харас. Еще даварт делает адептов. Да. Здесь танк, конечно, да, давартал, непонятно зачем Люцифер. А, ну хотя сидя побольше дэмэджа тут танк нанесет. Кстати, сейчас беззвучно так дэмэджи сталкера получили от танка. Был такой момент, видел там такой момент, был интересный. Просто сели уже желтые туда, все, а ни залпа, ни взрыва, ни, я что-то не заметил. Так, ну либератора дэм уже недостаточно, тем более там сталкеры сидят, Стрэндж видит. Ну это тоже вот, тоже опыт. А либератор, вот ты видишь, какую призму оппонент не контролит, что нужно сделать, ребят, объясняю. Призма висит, например, здесь, канал. Вы заводите с противоположной стороны, чтобы она не туда улетала, как бы. Бьете первый раз ее, чтобы она к тебе подлетала. И тогда есть шанс ее сбить. Вот, но это тоже нужно просто моментально решения такие принимать уже как бы на автоматизме. Да, либератор, конечно, лучше починить. Но в целом сейчас опять нет, все-таки решил не пушить. Люцифер ставит третий командный центр, то есть играет от обороны. Он, конечно, светил и видел, что не было третьего Нексуса. Сейчас залетает на мейн с правой стороны там дроп мариков. Да. У сталкеров нет блинка, кстати, сталкеры кстати, вообще сейчас пока далеко. Кстати, и в темную зону дропают, но мазеркор недалеко. И ста... Оу, марики без стима. Ну, несколько пробочек можно просто подрезать. По... Так, как-то резко Стрэндж тут отреагировал, я смотрю. С помощью... Хорошо, законтролил. Да, тут, смотрите, Люцифер. Мазеркор сейчас еще минуснет. Вот. И надо улетать от колосса. Блин, хороший контроль, я бы сказал, сейчас был со стороны Люцифера. Пилон мазеркор минуснул, улетел. Вообще по красоте. Третья ЦЦХ делается. Ну, что-то Люцифер отошел от своих выходов с двух баса. Тут вот в этой игре, по-моему, он идеально мог сейчас Камрак войти. Камрак активировал премиум на ваш канал. Он сейчас будет, скорее всего, делать какой-то выход как раз под стимпак. Грейд 1 на атаку есть. Но вот опять же, то, что он знает, есть варп-призма. То есть вот ему тяжело сделать этот выход постоянно. То есть каждый раз к нему будет залетать тогда вот этот... Лево, который висит на 9 часах, призма. И здесь, конечно, есть марики, но мариков и либератора как раз таки забирает. Так, извини, Паша, тебя перебью. Опять голосуйте, ребят. В голосовалке, потому что два цвета сейчас одинаковое количество процентов имеют. Вообще красный, синий 22, а белый 20. Только зеленый почему-то 37. Зеленый всем больше понравился.
общем, ждем результатов. После этого ЭБ5 я как бы все запилю, вы посмотрите просто и все. Кто же куда же попадет? Делает выход Люцифер, и в это время залетает призма, потому что на зеленаге стоит сталкер, он все это палит. И вот начинается харас, хотя здесь разложен на мэни танк, есть мародеры, но даварп еще адептов и рабочие. Но рабочих уводит Люцифер к танку, спасает. Хорошо встали мародеры, здесь не дают, причем большинство здесь да. зилтов, то есть танчик не дают сзади пройти. Хороший сплэш наносит, дэмэдж там. Очень да, главное только вот время сейчас в атаке не потерять. Да, не потеряться. Что-то танк раз в цеху дал. Наводка сбилась, там Люцифер жмет очень быстро, опять же. Сплэшем. Да, кой либератор разкладывают. Танки раскладываются, Стрэндж получает мешка дэмэджа. Надо ближе либератор. Вот по очереди танчики, конечно, надо сижить. По очереди. Сейчас заходит очень жестко Стрэндж сбоку. Так, либераторов вниз разложить, мне кажется. Так, видит Люцифер, либераторы вообще не туда разложены сейчас. Куда же они там разложены-то? Ну, и так и не пытается да. Люцифер переразложить либераторов. Ну что за ошибки глупые, а? Да, сильная ошибка, к сожалению, да. Либераторы не успевают прикрыть. По факту просто они улетают. Только успели улететь, потерял вообще здесь все. Ну, кстати, я так подумал, когда он КСМ-кой спалил, он мог бы, например, прожать биостим, залететь резко на третью, здесь поминусовать, да, как бы рабов, загрузиться потом на вторую, улететь и либераторов увести, танки отдать. Тоже как вариант такую ну, такой вариант, да, попытаться сделать. Ну, в итоге Люцифер просто самый такой вариант сделал, ничего, короче, не криво подрался, в общем-то. Пока еще не ГГ, еще есть лимит. Так, либераторов можно аккуратненько на краешек разложить, три штучки. Кстати, их тяжело очень выбивать будет сталкерами именно. Только главное не под пилон их раскладывать. Да, вот так вот как бы разложить. Три штуки больно очень будет делать сталкерам. Ох, да, ой, знаешь, как они тут, ой, как они бьют-то больно, сентря подошла. 127-132, хорошая для Люцифера здесь. Такая тема происходит с этими либераторами. Улетает он, а в это время двойной дроп на мэне просто. Пилон, все, один тут на грейдах, пилон, куда ты убежал-то, ё-моё. И убежал Люцифер сейчас. Кривейший распад либератор. Ох, просто ужасный, просто ужасный. Вместо того, решил Люцифер, что Стрэндж сейчас, ну, я не понимаю, что он решил. Стоит био, ничего не атакует. То есть, как бы Стрэндж это видит, и он либератор в это время. То есть, он решил, что сейчас Стрэндж себе уйдет, запаникует, как бы на мейн, по ходу дела. Я вот логики не понял, если честно. Ну, скорее всего, он так и думал, да. Ну, тоже иногда у Люцифера есть макро, у Люцифера есть, как бы, контроль. Но принятие решений очень сильно хромает пока что. То есть, он, у него вот сейчас, да, как бы, видно было, что один пилон на форжах стоял, вообще приоритетная цель, можно было сразу ворваться, да, туда, как бы. Люцифер это не замечает, не врывает. Юрий активировал премиум на ваш канал. 162 Стрэнджа, 135 Люцифера. Стрэндж идет убивать уже, как бы, и у Люцифера все очень плохо. То есть ни дропом здесь ничего не сделал, ни тут ничего не отбить не может нормально. Там либераторов отдал. А ведь спокойно блочили три либератора эти. Да зачем их вообще было перераскладывать, я не понимаю. Ну да, странно. Ну, натурально все Стрэндж принимает дропы, двойные, да, ну да, здесь уже медиваки. Здесь поп, ну, поплыл это называется, грубо говоря, Люцифер. Ничего сделать не может. Ну и третье решающее. Я думаю, что Стрэндж может сейчас какую-нибудь прокси пилить, скорее всего. Вот. Чтобы удивить Люцифер. Ну не то, что удивить, а как бы, ну, попытаться, да, как бы реализовать 2-0 свое. На ну нервозности да. оппонента. Потому что Стрэндж частенько так делал, как бы раньше. Может, конечно, он не будет ничего такого делать. Но мы сейчас все увидим сами. Так, 129 человек проголосовало, ребят. В чатике почти 700 человек. Кто побеждает? Зеленый? Да, зеленый. Greenpeace! Greenpeace, ребята. Так. Зеленый 33, синий 25, красный 22, белый 19. То есть получается, зеленый на белый попадает, синий на красный, как я написал. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, что тут это значит вообще. Так, зеленый, белый, например. Меняй, меняй, Серега, меняй. Так. Ага. Все ясно. Ну, интересно получается, конечно, ребят.
Вот, интересно получается все, в принципе, как бы. Но... Ну, Могу... ты уже после, как... после скажешь? Конечно, после, конечно. Не, ну, это рандом, просто рандом, как бы, просто чтобы пофаниться людям. Я как в этом, кто хочет стать миллионером, просто намекаю, что как бы... Такие результаты могут не всех устраивать. Стыдим тебя, активировал премиум на ваш канал. Да, в принципе, нормально. Просто мне интересно, да, кого интересно не устраивает. Ну тут получается, не, вот, наверное, надо было, может, первое, третье пилить. Ну уже поздно, короче, голосуйте, как голосуете, потому что... Ты же сказал, первое против третьего, второе против четвертого. Нет, в котором уже много лет снимается. Первое на четвертое, второе на... А, первое на четвертое, да. На машине не получается. Да, ну тут уже написано в голосовалке просто. То есть получается второе, третье просто не важно. Важно первое и четвертое самое главное. Второе, оно все время на третье выпадет. Ну да. Надо было, да, первое, третье. Ну ладно, менять уже поздно, ребят. Вы можете только поменять четвертое место, вывести на какое-нибудь там второе или третье, да, и что-нибудь там изменится, как бы, но никак иначе. То есть все, если заканчивается это было 5, ты сразу делаешь объявление или как? Напиши мне Серегу в скайпе, чтобы я уже начинал готовиться, там реплеи скачивать. Да, ты можешь просто заагитировать своих пацанов. Ну да, вот, кстати, кто у Паши сидит, приходить тоже голосовать. Я думаю, они уже, наверное, проголосовали. Если бы ты сказал, знаешь, смотрите, как тебе... Смотрите, вот... белое четвертое место нагоняет, второе, третье. Давайте, пацаны, поднажмитесь, чтобы интрижка-то была, да, там какая-нибудь. А то что-то белый как-то там отстает. Так, ну тут через Рипер, ЦЦХО, Люцифер, Стрэндж ныкает пробку здесь, кстати, вот. Опять же, да, вот он сныкал. Что-то это подозрительно очень, что он там ее сныкал. Ну, пилон второй дома все равно ставится. Ну, Люцифер вообще в билде ничего не меняет, и то же самое. Вообще Стрэндж тоже более-менее. Хотя он может, конечно, вот этой пробкой, да, зажечь, что-нибудь сделать. Тот же самый прокси Старгейт, например. Хотя вообще тогда тоже был пилон строится, но может быть попозже поставят. Не, ну скорее всего, наверное, может... Смотри, два барака. Без медиваков на стимику, говорю, что ли, или что это значит? Нифига себе. Интересно такой билд, да, здесь старый. Но вообще здесь есть разные варианты. То есть вас вообще в основном делают либо фугасы, либо щиты Марика. Ой, пробочку не минус. Ну, улицы Фер, ну хоть Рипера увел, молодец. Ужал. Надо уходить, а ведь просто нужно было хотя бы на местность на клике контролить. Адептик вперед погнал. Ну, кстати, второй-то третий. Это Верчардж. Едет ставит. Стрэндж? Нет, он вроде бы ехал так ставить, но увидел Марика. Минус две пробки за этот Стрэндж получает просто. И три минус пробки. Куда ты полетел-то, ему третий он стоит. Да, и на мейн еще? Лоу, а там на мейн ничего нет. Давай, заходят. В рабочий. Так, здесь всего один, вот два Марика. Три Марика, кстати, адепта минус. Ну, сейчас три этих Марика, изи просто. Так, нужно пробку забирать, адепта нужно забирать. Мазеркор, может, заберет Люцифер. Нет, не успеет. Там очень близко будет. Да, Марики не успевают. Ой, тут сотка энергии. Это боль, ребята. Это боль, уходи Мариками. Контроль кривейший. Марики стоят снизу. Просто... Мазеркора, дикая попытка наломиться. Ну, Стрэндж 2, правда, Верчаза сейчас выставил сразу. Один до реактора стоит, один до депошки. Все, до реактора больше не достает. Ну, до депошки достает. Ну, не надо лезть только под Верчаза, я умоляю. Депоху мог убить. Ну, кстати, три пилона, кстати, две депошки за три пилона вообще невыгодны. Ну, хотя нет, там Марики погибли. Да, ну, в это время Стрэндж и пробок потерял. То есть сейчас потери более-менее, как бы, такие, что можно из пилона убить. Они... Ну так, получше станут для Люцифера, получается, да, как бы. Мазеркор сныган рядом. Мазеркор ждет полтинника энергии еще. Мариками нужно частью просто на мэне адепта попытаться словить. Тянет время Стрэндж, пытается, ну, чтобы 50 энергии накопить. Кстати, через 7 энергии будет уже 50. Но пилоны упадут, скорее всего. Да, не успеет он сделать здесь. Ой, отманил Стрэндж куда-то. Ох, лол. Как щенка просто разводит Стрэндж. Как щенка. Пилон-то можно убить, на самом деле, у них хп много. Да, да, я не понимаю, что Люцифер боится.
принципе, там КСМ их не достает, да, как бы. Ну вот достал. А вот все, кончился верчаж. Ну еще пока играбельная ситуация для тирана, что тут говорить. Просто нужна вторая лаба, нужно заказать щиты Мариком. Да. Ну вообще, кстати, будет такой мощный пуш от Люцифера. Хоть, конечно, там медиваки будут попозже, но в целом. У него, конечно, плохо, что нет грейда на атаку. То есть тогда бы было гораздо сильнее. Но в целом все равно. То есть стимпак будет довольно-таки мощный, можно будет мародеров выгнать приличное количество и, соответственно, пушить. Здесь еще тоже такой стоит вопрос, будет ли Люцифер делать 4-5 барак, или все-таки он поставит 3-й командный центр? Потому что, помнишь, когда в тех играх он все-таки добавлял 4-5 барак, там, когда выигрывал, и пушил именно с двух баз, когда в макро все-таки против Стрэнджа получается тяжеловато. И почему щиты не заказаны? Я что-то не понимаю. Газа и минералов не хватает Люциферу. Да. К сожалению, не хватает ресурсов. Пробка вышла на Зилнагу, увидела, что здесь марики. Но стимпак сейчас уже доделывается, все, 5 секунд. Но, конечно, в лоб вряд ли можно будет пробить. Может быть, только если сентри подрезать. Подходит прям впритык здесь вообще. Да, и, кстати, смотрите, вообще нормально тут бомбит. Сентрю подрезал. Еще бы щиты у Марика были. 73-65 по лимиту. Вот же пилон. Пилон-то с уверчажем, да, все правильно, что теперь на пилон не ломится. Дропается сюда, как бы. Ну здесь гейт увидит это все дело. Так, Стрэндж идет на мейн. Блинк через секунду до блинка. Ой-ой-ой. Провалит. Ладно, короче, не будем это делать, конечно, провально дропается здесь Люцифер, ну куда-то поломился в пилон, там непонятно. То есть не ожидал блинка. Нужно, тиранам нужно аккуратнее всегда так дропаться. Вот, ребят, в голосовалке-то, кстати, уже изменилось, то есть уже белый попадет на другую группу. И еще может поменяться, то есть голосуйте, еще можно поменять. И опять вот это вот, ну вот что вот это вот, вот это вот, два бункера каких-то странных цеха. Вообще ну, непонятно. Атаки он, но вот сейчас то, что дроп на мейн. Хотя здесь строится танк, здесь дроп двойной на мейн. Но здесь уже есть колосс, конечно. Ну, улетать, блин. Это минус медивак один сразу же. Тут марики на мою. Ну, вот это называется бесцельные дропы просто. Ну, куда? Ну, зачем на мейну? Только что ты потерял здесь медивак, и ты опять сюда же летишь. Через ксилнаги там всякие хрени тут. Третий нексус не проверяется. Тирану нужно дропаться так, особенно когда много медивак, чтобы все выгрузилось и простимпачилось. И когда ты дропаешься на мейн, то тебя могут прямо на выгрузке убить. И именно так сейчас и получается. Ну, пока, кстати, Люцифера больше все еще, что самое интересное. Тут обсервер идеально палит медивак, кстати. И все вот он сюда пытается. Стидим Чидра активировал премиум на ваш канал. Все что-то пытаются ворваться. А сюда. Сталкеры идут на перехват. Сталкеры, да, Стрэндж уже готов встретить дропчик этот просто, и все. Вот и все, минус дроп сейчас будет. Минус 10 лимита. Идеально. Так, здесь Марик зашел, минус Марик. Ну, короче, тут Люцифер просто в глупости делает абсолютно. То есть он сейчас насливал реально в никуда. Просто лимита, что тот дроп, что эти дропы. То есть дропать нужно, имея какую-то цель. Сделать тот-то, а не просто загрузился. Вот я сейчас вижу хаотичные дропы такие, как бы бесцельные. То есть он сюда дропнулся, здесь не получилось. Надо куда-то еще дропнуться. Все, то есть это должно быть осознанно. Не надо куда-то еще дропаться. Нужно дропнуться с какой-то целью там. То есть, ну, знаешь, может быть, просто видел, как сейчас, извини, что я Серега перебиваю, когда он как будто бы готовился к тому, что Стрэндж пойдет в контратаку. То есть он ставил бункера, раскладывал либераторов. И если бы Стрэндж пошел в атаку всей армии, то дроп мог бы зажечь, но вот Стрэндж играл от обороны, и в этом плане, конечно. Ну да. Не, ну я там учу, ладно, первый дроп, там фигня, да, как бы неожиданный блинк, потерял медивак, но второй-то на мейн куда? Вот он летел сюда, не под обескана, без всего. То есть третий нексус не проверял вообще. То есть вариант есть проверить третий нексус. Здесь можно выгрузиться, например. Плюс дроп летит в одном направлении. Вот так нагло можно дропаться, когда ты дропаешь, например, один медивак на третью, два на вторую, на мейн, например, да, как бы. И ты на мультитаске разводишь. На мейн просто опасно очень так дропаться. Нужно сканить тогда, было Люциферу, тогда двойным дропом этим.
Ладно, не суть вопроса. Просто в итоге получилось, что 3 дропа слиты, 3 с лимита просто в никуда. Подчеркивание Аларак, подчеркивание активировал премиум на ваш канал. При этом общий лимит примерно равный. Да, ну, примерно равный. Даже боевой больше, и даже 2-2 раньше заказано. И даже, даже рейндж либератором сейчас пойдет при этом все. Представьте, что бы было, если бы дропы были чуть более успешными хотя бы. И вот из-за этих дропов еще просто какой интересный момент есть. То есть в итоге у просто у Люцифера один медивак на всю вообще, на все про все. Один. Да, это очень это мало. Ну, Стрэндж собирается атаковать. Стрэндж собирается атаковать. Ну, такая бригада, не знаю, надо ли вообще Стрэнджу заходить. Идет Стрэндж вперед. Люцифер видит прекрасно. Врыв этот от Стрэнджа. Есть танчики, есть либератор. Стимпачится Люцифер. Стрэндж подлинкивает под либератор. Био увел за филды, блин. Причем сам отбежал, что самое интересное за эти филды. Так, ну либератор, смотрите, как минусует. Ой-ой-ой, как больно Стрэнджу здесь. Ну нужно ли лезть туда, на колосса? Хороший контроль на призму идет со стороны Стрэнджа. Вот пошло био опять на мувик. Танк сзади стоит, либератор сзади есть. Люцифер идет, просто туда врывается всеми. Ну видишь, что колосса одного засадил Стрэндж. Ступи назад, куда ты? Нервный, что ли, слишком. Отступи назад, перегруппируйся. Так, кстати, Стрэндж подкопил. Здесь тэк. Блинк минус танк раз. Либератор опять ничего не прикрывает. Танчик раскладывается дальше там на второй. Либератор падает. Танк дэмэдж, конечно, наносит неплохо. Но колосс из гудка-то жестко. Сталкеры тоже нормальный дэмэдж наносит. Колосса все еще две штучки. Да, да. Просто Стрэндж переконтролил в лоб Люцифера элементарно, Ватсон. Как говорится. Ребят, голосуйте, голосуйте за группу. Сейчас будем, короче, жеребьевочку устраивать. ГГ, ребят, 3-0 Стрэндж. Ну, как, собственно, я и заванговал. Хватило на 2 игры, бо 3 взять. Но в лузерах Стрэндж подстроился, просто проанализировал игры. Реплей, видимо, посмотрел, как бы. И вот результат. Ой, Серега, не томи, говори, с кем мне играть? Так, не, давай сейчас дадим некоторое время пацанам, как бы. Пусть они хоть досмотрят, ведь задержка есть, как бы. Услышат, что я говорю, и проголосуют просто, как бы, да. Так, может быть, тогда еще этот, без задержки потом стрим? Так, не, я просто хочу, чтобы записи это все осталось. Сейчас, как бы, все, проголосуют, и пацаны, как бы, может, что-то изменится. Пока что попадает крас. Так, пока что белый зеленый попадает на синий. А белый на красный получается, да? Сейчас я посмотрю, что это. Вот хитер бобёрт, а. Так, белый на красный, да? Ну да. Ну тут рядом все, синий тоже рядом еще находится. То есть можете все еще изменить, например, как бы. Чтоб белый там попался на синий, например, я не знаю, а красный на зеленый. То есть вот так вот может поменяться все. Вот. Бас активировал премиум на ваш канал. Так, пока там Юра как раз премщики разыгрывают, а я сам-то проголосовал. 180 человек уже проголосовало. Ребят, в чате почти 700. Голосуйте, голосуйте. Так, я тогда сейчас стоп-старт сделаю пока. Давай, да, делай стоп-старт, Паш, я пока что тут проагитирую всех. Сейчас подождем еще пару минут, все проголосуют, как бы кто хочет, и... Так что, ребят, давайте голосуйте там. Ну, конечно, вот видишь, просто получается, как бы мы агитируем непонятно за что. То есть, я имею в виду, как бы, если было бы, знаешь, хотя бы там понятно в какой-то группе, кто там играет. Ну, это как бы не очень было бы, ничего зачем. Не-не-не, но я понимаю, что да, это было бы нечестно, то есть это было бы необъективно. То есть, если рандом, так рандом. Ну, я имею в виду, знаешь, люди просто как бы голосуют, просто как бы, ну, вот нравится цвет и все. А кого, на кого они влияют, они же даже не знают. Жаль, конечно, что так получилось, что Люцифер сначала победил, потом проиграл. Ну ладно. Такс.
Так, красные и белые по 24%, ребят, что за дела? Ну, они занимают, как бы, неважно, они третье, четвертое занимают, получается. Так, синий наверх пошел, другой пишет. Неправильное распределение, чтобы посмотрел, кто с кем началась подтусовка данных. Подтусовка может начаться у тебя во дворе, если там пацаны синие будут на скамейке много глушить водки или Сэма, как бы. Вот. А здесь то, что я посмотрел, это вообще не важно, как бы, что я посмотрел. Абсолютный рандом. Так, ну что, у меня будет преимущество, у меня без задержки, я читер. Да, да, да. Так, погодите, пока что синий, так, красный, красный-белый, красный-белый, да, короче, пока ничего не меняется, синий проигрывает. А кто там отстает? Синий чуть-чуть отстает, тут вообще, так, синий 22, красный 23, белый 24%, зеленый 30, ну зеленый как бы безоговорочный вообще тут фаворит. Все, ребят, короче, я так, вывожу сюда просто, как бы, сейчас еще минутка другая и... Так, у меня сейчас показывает у тебя, что красный и синий по 20%. Так, красный и синий, да, белый, короче. Так, ну тут надо, значит, чтобы красный и синий хоть по проценту набрал, потому что кто попадет на зеленый тогда, ребят, свет. Ну что, ребята. Голосуйте, голосуйте, кто там есть-то еще, я не знаю. Так, синий и красный. Короче, давайте сейчас засекаем еще минутку. Вот тут время идет. Пока дало 23%. Так, ну что? Давайте как раз вот сейчас... скоро до вас дойдет, что я говорю. Вот она, секундная стрелка подходит 12. Ровно через минутку она пройдет. Я стопанусь. Почему? Потому что нужно будет что-то определить. Так, синий с белым уже. Опа, синий с белым. Поменялись результаты. Поменялись. Красный синий поступил. На белый, красный на зеленый, получается, ворвется как бы. Вот, ну что же. 40 секунд, ребята. 40 секунд остается. Так, таймер закрыл я. Вот открываю вам. Еще раз. Так, 20 секунд. Так, может, пока давай тоже сделать как бы стоп-старт? И поехали, нет? Не, я потом-то сделаю, просто я покажу результаты, как бы. А, все, я понял. Ну, они останутся в записи, посмотрят потом. Блин, по 24 все, по 23, что происходит, пацаны? Так, белый, зеленый. Нет, все, синий, короче, все, стоп, короче, красный, синий, так, белый, красный, зеленый, синий, вот так вот у нас все, короче, получилось в итоге, все, белый, красный, зеленый, синий, так, 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 ну все, белый, красный, смотрите, ребят, вот у нас, сейчас я врублю вебку, так, вот красный, вот белый у нас. Белый, вот белый, короче. Это А на Д попадается, соответственно. А, Б на С, ребятки, вот так вот. Только что был переворотик, как бы. Вот, и в итоге все-таки вот так вот все сложилось. Только что было, что зеленый попадался на синий, как бы. Но в итоге как-то за секунду там все перевернулось до конца. Вот. Я делаю стоп-старт, сейчас вернусь к вам, ребят. То есть, значит, я, получается, буду с Димагой играть. Дима!